приплыли? В смысле, а какой пароль? Не 1, 2, 3, 4, 5, что ли? Ой, там, наверное, без 4. Вылази. Вылази. Блядь, что тут пиздец, что там пиздец, блядь. Ебаный сыр, нахуй. Шило на мыло поменял, блядь. Я буду тебе кашлять на запись. Да, похеру. Ты думаешь, это раз кто-то смотрит, блядь? Это я чисто так для архива заливаю. У меня большинство видео для архива, блядь. Все, да. Но Poppy Playtime, кстати, посмотрело 35 человек, как только я залил, нахуй. Вот так вот, блядь. О, так ты, может, в реки залетел? Может быть. О, здравствуйте, смотри, видишь, я в полу? Здравствуйте. Ты видишь, да, где? Вот это вот мое дефолтное появление, блядь, да, я родился. Да, у тебя писька выглядывает. А я утонул, нахуй. Меня сразу кула цапнула, блядь. Я ливну сейчас, нахуй. Меня заебало все, пизду, блядь. Ебал эту игру, нахуй, конченую, блядь. Тварь, блядь. Нахуй она это делает каждый раз, блядь. Ой, нихуя, сенса быстро, ебать. Блять, за неделю отвык, блядь, от сенсы, пиздец. Так, мы что, за медведицей или на последний остров? Ну, выбор давай, за тобой. Давай сходим, то, что мы подплыли уже, а потом сплаваем за медведицей. Сейчас только я разгружусь и похавать возьму. Так, ну нам... А, точно, мы же подплыли. Так, я тогда запускаю, нахуй. Мы что, на якоре стоим, блядь? Бля, опять якорь сломался. Сука, ебло. Если что, остров называется Утопия. Understand? Получается, мы уже все. Финал очка. Блять, ну... Надеюсь, что тут не осталось еще три острова, блять. Потому что места в дневнике еще под три острова хватает. Не, ну получается, что это... здесь должно быть дохуя людей, судя из записок. Да. Либо нас наебали, и мы нас еще куда-то отправят. Скажут, Утопия, там что-то произошло, блядь. Всем пизда. Ебать, там кабаны бегают, блядь. Только людей нет. Так, ну-ка это проверим. Нормально я. Ой, знаешь, что надо сделать? Копье. У меня копье сломалось. Блять, еще чуть-чуть надо подплыть. Сейчас я подплыву еще немножко. Чтобы в воду не прыгать. Тебе нужно копье? Нет, у меня фуловое. У меня, кстати, тут копье лежит в этой ящике, если что. Тоже фулово. Так, покушать надо взять. Да, попить. А у тебя лука второго нет? Только один. Ебать, а что у нас это за мусорный ящик, блядь? Тут доски какие-то лежат, пластик, блядь. Это же мой ящик. А что тут? Так, а доски грузить-то некуда. А в этот? На переработку? Так, а я когда подходила, он это еще полная была. Ну что, да. Идем? На разведку? Лук делаю и идем. Я пока так. Соклианы, если у нас есть. Ступлю на... Блядь, упал в воду, нахуй. Соклианы есть. Ковировка. Не, ну пиздец, локация ебану. Ебать, локация большая, пизда. Да, опять там ебаные загадки будут. Б. А, это шакал, это не этот. Все, поехали. А, я в воду прыгнул. Лошара, блядь.
Блять! Ёбаный в рот! Чё, она тебя тащит? Надо её разъебать, там стрелы. На нахуй. Понятно. Да блять! Ещё одна бежит. Ну так блять! Хуяк? Блять, голову не дали, суки. Нахуй отсюда. Блять, ты как крыса, пиздец. Чё ты мне этот, Force of Nature напомнила, блять. О, точно, не вспоминай. Пиздец, блять, аж нахуй сразу злой сделала, блять. Говно из жопы. Чё, по краешку сначала пройдем или сразу вглубь пойдем, ничего не осматривая? Не, надо осмотреть, по-любому, может, кто-то лут будет. По-любому, если опять что-то какой-нибудь. Ну всё, нахуй, теперь ты грузчик, ебать. Надо что-то построить, видимо, какую-то эту подъем куда-то. Ладно, давай их куда-нибудь в одно место пока ставить. А, во. Пускай вот тут стоят. А, во, подожди, ну-ка. Ну тут по-любому куда-то залезть надо будет. Ну вот тут вот дверка есть, и до нее никак не добраться. О, что-то нашел. Кабель, кабель. Кабеля хочешь, нет? Нет. Пронистый. А рядышком можешь пос... Ага. Сейчас попробую. Не, нихуя. Блять, паркур пошел нахуй. Ладно, хуй с ним, пусть пока туда стоит. Ну, то ящиков дохуя, что-то надо построить, значит. Бля, жалко, мы туда проплыть не можем, внутрь нахуй. Блять. Помянем. Ну, плыви, хули. Сейчас акула... А не, акула тут не цапнет. Чё, я здесь выпрыгнула, значит, там выпрыгнуть можно. Блять. Там какой-то генератор стоит большой. Пошли туда, сходим. Налево, вот туда. Вон там еще. А, вот, это генераторы какие-то большие. Что-то генерируют. Энергию, наверное. Вот эта дверь, похоже, как будто ее можно открыть. Там внутри что-то есть. Дверь открывается с другой, закрыта с другой стороны. Тварь ебаная. Это насосы какие-то. Кабель протягиваю. А куда кабель тянуть? Вот на кабель тянуть. Здесь какие-то грядки, смотри. Иди сюда. Здесь, короче, какие-то грядки, их копать можно. Бля, только не говорите, что тут все выкопать надо. Не. А, да, это можно копать. Я же для плана обращения. Слышь, здесь, походу, загадка. Ой, фу, таракашки, таракан. А, ебать, они меня цапнули, ебать, тараканы меня цапнули, прикинь. Слышишь, вот этот круг, короче, походу, надо повернуть как. Ты уверен, что его можно вращать? Да-да-да, вот подойди к нему. Удержись, а, вон что нахуй. А, так или все понятно, легко. Ой, я лопату нашла, кстати. Так, подожди, а куда надо... А, вот вход. А, вот вход. Вот вход. И надо сделать вывод сюда. То есть нужно... Ну, по-любому что-то копать надо, потому что не просто же так здесь лопата стояла. Там выход встал? Не встал. Смотри, короче, слышишь? Вот смотри вот той трубы, чтобы там сомкнулось этот... у кольца внешнего. Давай. Скажешь, как сомкнет. Сомкнулось? Нет, еще. Вот стой. Обратно. Не-не-не, надо, чтобы и у меня вот, сомкнулось. Вот, вот сейчас. Вот, найс. Сейчас, короче, смотри. Надо, чтобы вот эта вот шняга сомкнулась, когда, как, ну, скажи, когда сомкнется, давай. Окей? Давай. Угу. Так, вот это мне надо сомкнуть. Вот это возможно. Сомкнулось. Изи. Так, и теперь вот так вот, наверное. А так, а какая? Не, подожди. А, ну да, вот это, вот это, вот, вот. Это, вот это. Вот, вот, вот эту хуйню, вот эту хуйню надо. Во. Так, ну идем дальше тогда. Да, их несколько колес таких. Смотри, таракан еще выплывут. Смотришь, где ты? Ты где? А, о, смотри. Они дамажат. О, какие мерзкие. О, блядь, натуре, смотри. А! Сколько они снимают? Процентов. 3, может, 5. Так иди смотри. Внешнего? Да. Вот здесь, да.
Смотришь? Угу. Есть. Совпало? Угу. Так, окей. Может, какая-нибудь маленькая есть, блядь? Так, а сейчас я где смотрю? Вот на эту похоже. Вот здесь не совпало. Я не знаю, здесь должно совпасть. Вот это. Подожди. Вот сейчас... Кого ты смотришь-то, блядь? Вот сюда же должно совпасть. Вот, вот где совпасть-то где должно. Вот, видишь, где куда выходит? Вот тут вот. Это я понимаю. А здесь типа похуй. Здесь похуй. Нам надо же соединить вот эти две трубы между собой. Ну, давай, давай. Так, нет. Ты просто тут смотришь, как бы... Пока они никакие не совпадают, блядь. Значит, это не та. Можно было сказать, что вроде как вот это, но у меня, видишь, она вот тогда упирается, моя, в эту, в ту трубу, значит, не то. Смотри еще раз, внешний. Давай. Вот есть. Есть, да? Значит, не то было. Так. Так, иди смотри, то. Нету. Вот сейчас есть. Так. Куда надо? Вот сюда надо, да. Получается, что надо? Отсюда? Вот здесь должно совпасть. Вот так вот. Нет? Нет, не вот так. Нет, вот. Вот так, да, вот? Вот так. А, вот так вот. Угу. Ага, все, отлично, пойдем дальше. Бля, пожалуйста, больше головоломок нахуй. Люблю таких, пиздец. О, красный, смотри, красный крест. Так. Это у нас вход. Выход у тебя, да? Так, смотрим. Угу. Есть что-нибудь? Нету, нету. Есть. Так, проверяем. Есть. Нету. Есть? Нет, так, значит не то. Так, тоже нету. 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 Есть. Так. Ебать, это что? А вот это, наверное, хуйня. Нет, угу. Нет. Не, подожди, не то. Не, как будто узко. Это не совпадает, это не совпадает, это не совпадает. А вот это? Вот это бьет. Ага, хуй там плавал, значит не то. Давай на другую внешнюю поищем. Нету. Нету. Ну все уже. Нету, да? Не-а. Ой, ебать. Так. Так у нас нету пока что. Еще крути. Так, это все, это уже круг прошло. Ну давай еще раз попробуем. Вот сейчас есть. Так, есть, да? Окей. Да. Вот это и вот это. Ну, блядь, вот они, опять они же. Я не поменялась. Ну, вообще, как будто вот эти вот. Да, вот это как будто попадает. Ну, вот так вот смотришь со стороны. А, так все, все, да-да-да, все нормально, они дошли. Все норм. Они совпали. Так, блядь, сейчас нам в начало и включи. Сука. Включить? Да, блядь, мы бы, наверное, видели сразу, что вода бежит. Но мы, блядь, не ищем легких путей, ебало рот, нахуй. Ну, что сказать? Тут не забрал. Ну, сейчас я... Утопия, конечно, о, пизда. О, жетон. О, изи. Ты говоришь, не будет. Все будет, нахуй. Нам донатят пизда. О, вот тут что-то надо сделать. Нужно электричество. Вот сюда нужно было, наверное, ввести этот. Водульку. Скорее всего. Ну-ка, пойду проведу, попробую. Бля, мне не дают покоя эти грядки. Скопай их нахуй. Я тебе отвечаю, у них что-то будет. Они же не могут просто так здесь столько грядок сделать. Не, ну они, конечно, долбоебы разработчики, но... Бля, чуть-чуть не хватает, серьезно нахуй? Шуровки тебе, блядь. Куда висеть тогда надо? Пиздец. А, нет, это не к нему надо, это наоборот надо. Короче, надо найти, к чему подводить этот. Надо найти кабель, во-первых, второй, чтобы второй генератор подключить. И найти, к чему подключать его, блядь. Угу. Что я пока нихуя не уехал, к чему надо подключить. Я пока бегаю, смотрю, что есть. Окей. Мне кажется, надо открыть дверь как-то.
А, вон кабель второй нашел, он внутри здания, блядь. На здание забраться как-то. А ты находил эту электрическую катушку? Ты видишь, где я прыгаю? Сука. Электрическую катушку? Нет, я не вижу. Она просто написана на английском, а я разговариваю на том же уровне, как твой друг вот тот вот. Бля, кстати, магнитонов я две штуки уже нашел. Они лежат прямо на этих, блядь, на колышках, нахуй. Их надо рассматривать это лучше. И их плохо видно, согласна. Вот тут, короче, возле меня... Я не знаю, где ты. Мы потерялись, я тебя не вижу. Да. Я около корабля почти. Где ты? Ты это, где грядки? Там же? Да, я где грядки. Сейчас сюда приду. Очень и очень много сундуков. Что интересно, блядь. Прям их очень много. Я возле одной из... О, я нашел, все, нашел тебя, нашел. Так, вот что? Это вот, видишь? Так. Requires electricity. Но нужно это, подключить электричество. Ага. Я вот и говорю, типа, видишь, этот большой черный провод идет к генератору вон туда. Да, вот. Вот генератор нужно там к чему-то подключить, но я не понимаю, к чему. Там провод ведется, кабель. И а нужен... смотри, вот там... Так. Я поняла. Вот там еще один генератор. Да, да, там нужен второй кабель. Второй кабель нужен найти. Ага, а второй кабель ты где нашел? Вот в здании, в которое дверь закрыта, которая снаружи открывается, внутри открывается. Я вот пытался в него залезть как-то. Скорее всего, через крышу надо. Вот для этого, наверное, сундуки и нужны, чтобы на крышу забраться. Да, значит, нам нужно сейчас, короче, построиться и залезть куда-то. Вот тут вот есть нормальная точка, где можно ставить их. А, сука, Майнкрафт не работает, нахуй. Так, мне нужны сундуки. Подавай. Где ты? Я вот... А, вот все вижу. Ставь где-нибудь вон сюда наверх, блядь. А как я наверх поставлю? А прыгни и Е нажми. Прыгни и Е нажми. Получается? Ладно, ставь туда, похуй. Спасибо. А я могу сразу несколько нести? А нет, не могу. Так, надо сейчас сюда один въебать. Забираться на этот. Ну что, хотела Майнкрафт, блядь? Получай, ебать. А мы знаешь что? Мы вот там еще не были, потому что там гиена ползает. Вот на соседнем. Давай сначала этот генератор один подключим. Да, окей. Ну я просто тебя в курсе. Ну-ну-ну, я видел тоже, я гуляла там. Сейчас сундуки надо? Да, еще один надо, как минимум. Блять, еще один надо ебануться. Таким дрочем занимается. Ты это делаешь, когда мы могли вот здесь залезть, и вот тут парочку сундуков поставить и наверх запрыгнуть. Да, согласен, я уже это сделал. В этом проблема. Надо еще один. Блять. Ты что, рофлите? Да, блядь, не прыгай, знаете, у тебя не метод нахуй. У нас коллизия, что ли? Что это такое было? А, это зиплайн, ебать, нихуя себе. Окей. Так, второй кабель есть. Сейчас дверь открою. Где она нахуй? О, дверь открыл. Опа, вот тут еще какая-то хуйня плавает. Бочку поднял, блядь, сука. Так, теперь надо понять, куда ее надо подключить. А там наверху больше вообще ничего нет. Ничего. А вот тут, во, я нашла куда. Куда? Вот, вот, наверху, наверх залазь. Обратно. Ага, все, понял. Потянуть кабель. И куда его вести? А, вот сюда, где я стою. Где? Прям к генератору. Наверху. Генератору, вот сюда. Я спрыгнула. Там, смотри, может не хватить длины. Так, мне бы вспомнить, с какой стороны генератор. Да, блядь. Там по прямой прям был. Вот здесь вот, вот он. Уярь. Сейчас должна вода запуститься вообще. Не, я думаю, что нам нужно пойти второй генератор запустить. Там, не, к этому насосу один только провод идет. Второй не нужен. А, ну окей. Я попробую. Можешь пока пойти гиену ебануть, короче, и этот. Туда.
А, так подключить-то подключили. А может ее включить надо, блядь, ту хуйню-то саму? Там ничего подвернуть нельзя было, никакой рычажок. Знаю, сейчас пойду посмотрю. А ты к Гене еще не ушла? Нет, я вот наверх залажу. Тогда я пошел к Гене, пойду. Пока. Разъеби, сучку, бля, там еще нахуй. Тут горит только натянуть кабель. Больше ничего не горит. Значит, надо еще к чему-то. Посмотри повыше, может там еще. А вон тут он есть, видишь? Вон, видишь? Другом, на другом здании. Во-во-во. Второй, да. Вот, может, к нему надо притянуть сейчас? Попробуй. А я же отсоединю тогда от этого. Или... Не, почему? Там же их несколько, у нас же сейчас их два. Ты можешь следующий типа начать. Ну, давай попробуем. А я не могу зиплайн. Блять, тварь, на нахуй. Слышь, я с кабелем не могу зиплайн взять. Ну, значит, придется пешочком, блять. Значит, нужно строиться туда. Значит, нужно строиться. О, гения голова. Сюда. Блять, столько домиков на... О, кабель еще один. Столько домиков. И нихуя в них нельзя зайти. Как обидно, пиздец. Надеялась, что мы сейчас приедем тут дохуя людей, и нам скажут за... Не, походу, еще один остров будет. У меня ощущение такое, блять. Игра не может закончиться, знаешь, так, на пустом месте, блядь. Типа, ничего не нашли, и до свидания, нахуй. А может, в этом и смысл? Что мы, типа, отчаемся и умрем хуям собачьим. Подожди. Я слышу, как что-то работает, какой-то генератор работает. Блять, ощущение, как будто это вот он работает. Не, он слишком тихо работает, блядь. Может, их надо между собой как раз-таки объединить, блядь? Ну, так я, в принципе, этим пытаюсь сейчас заняться. В чем тогда смысл? Почему мы объединяем два генератора, чтобы они работали? Источника-то, ну, нет? Может быть... О, здесь еще кабель. Глупо просто все это получается. Так, и что мне делать? Вести кабель. А-а-а, подожди. Нет, не буду ждать, извини, прими деньги. Так, вот сюда нужно. Типа, смотри. Так. Между, вот смотри, домик, на котором мы были, и домик, на котором сейчас стою я, на них есть вот эти штучки, да, от которых можно кабель тянуть. Так. И на соседнем доме есть такая же штучка, от которой можно кабель тянуть. Может, их нужно все между собой соединить? Вот я, как сказал один хороший человек, я этим и пытаюсь сделать сейчас, нет? Ну да, вот, типа, о! А, да, вот этот, короче, работает. Вот у этого, от этого только идет. Его нужно вести сюда. Все, вперед, ебать. Ты что, там нам нормально подняться можно? Блять, там ходит? А, вот туда надо подвести. Все понятно. Что там можно подняться? Самое стрёмное, что с кабелем нельзя по зиплайну ехать. Типа, смотри, я перетащила все коробки к этому дому. А я сейчас на тот соседний-то забраться не смогу. Так я подведу. Я от него подведу к тому. Здесь есть лесенка, здесь есть проход. Я повела тогда к самому первому, где мы открыли лесенку. Зачем? А, вот туда? Да. Так, теперь получается натянуть кабель. Подожди, а как ты на него забиралась? А, все, понял, увидел. Я построила там. Блядь. АФК. Ты АФК? Все тут. Так, ну все, надо к тому под... А все, подключились. Я подключила, да. Насос должен работать сейчас. Да. Все, пошли нахуй смотреть, как водичка льется. Да, кстати, эти шевелятся трубы. Трубы шевелятся. Ой, шо. Слышу, как вода бежит.
Надо к конечной сразу идти тогда. Если там тоже услышу, куда будут бежать. Блять, это не туда повернул. Тут можно пройти, заебись. Так, бежит, хорошо. Все, найс. Мы справились. И что произошло? Вода добежала до конечной. И? Она подняла канистру углекислоты в этом хуйне. Загадки что? Продолжаются. Едем дальше. Вот тут, кстати, есть башня, на которую можно сразу подняться. Пошли на нее, да, заберемся. И вот там еще проход есть. Запомни, запомни. Угу. О, что-то есть, записочка. Подожди, здесь. О, карта. Требуется часть шифра Детта. Тут ракета, блядь, нихуя. Может, в космос улетим? Это будет не рафт, а рофт какой-нибудь. Да, блядь, все заебалось вон нахуй. Ладно. Требуется гарпун и канистра углекислоты. Канистра углекислоты есть. Нужен гарпун. А, мы, наверное, туда, и чтобы можно было там прокатиться. А нахуя туда, если мы можем туда спокойно пешком дойти? Я не особо понимаю. Ты понимаешь? Я думаю, что он выстрелит и сломает, может. Стенку, типа? Может быть. Ну, хотя это гарпун, блядь. Ладно, похуй. Хотя там видишь тоже, как... А тот зиплайн может, как, типа, знаешь, сейф, ну, типа, спуск обратно, не знаю. Может быть. Ладно, пошли. У меня есть загадка с копанием грядок, я тебе отвечаю. Вот тут еще интересно, что, блядь. Зачем вот сюда проход сделан? Тут что-то есть интересное вообще, нет? Бля, не хочу прыгать в подводу, пизду, блядь. Мне какие-то мегалодона хватило, блядь. Пойдем сходим к тому проходу, который я увидел. Бля, прикинь, реально надо вскопать, и где-то что-то лежит под одним из них. Орофл будет. Так они их сделали. Хотя хуй знает. Бля, мне кажется, под одним что-то есть. Я сейчас... Пока лопата не сдохнет, я прокопаю нахуй все. Я тебе еще дам, я две нашла. Нихуя себе. Давай. Вот тут проход есть. Я пошла покачать, ничего там. Ну давай. Чисто женщина на приключениях, мужчина в огороде. Ну ебать. Все, лопата минус. Так, что ты где? Я иду к тебе. А, требуется 2 ключ от входа. Где ты? Короче... Вижу, вижу, все, иду, все, иду, 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 вижу. Всё, давай. Ебать, тут дверь. Тут явно что-то нехорошее. Где? Блядь, а ты опять ушла? Куда? Где нахуй? Требуется ключ от тюрьмы. Иди по дорожке просто, вот я. Ключ от тюрьмы, здесь тюрьма. Там кто-то орёт. Там кто-то есть. Да я понимаю, он закрыт, блядь. Пусть он там сидит дальше. А что, записку, ключ не надо поднимать? Ой, я не видела. Кстати. Понятно, нахуй. Вот, блядь, пойду-ка я там просмотрю заново все нахуй, на всякий случай. Доверяй, но проверяй, как говорится. Ну, монетка сюда, нахуй. Ну, там, думаю, ничего нету. Там мне некуда больше положить даже. Короче, чел посадил всех жителей в тюрьму. Освободите нас, освободите утопию. Походу, все люди в тюрьме сидят. Какой-то, короче, чел, типа, захватил утопию. Подожди, блядь, ключ-то подобрал какой-то. Ключ от тюрьмы, может, это был? Или какой ключ? Я не посмотрел. Ключ от тюрьмы нет, не тот ключ. Может, подожди, туда на надо? Букву Т. Давай на букву Т посмотрим. Ключ от входа какой-то. А там надо было 2, да? Там надо было ключ 2, да. А еще ключ 3, по-моему, был. Ка? Где-то ключ 1, значит, используется. Требуется 2 ключа от входа. Понятно, нахуй. Скорее всего, количество 2 штуки, типа. А мне кажется, это типа у них нумерация тоже. Почему тогда в этой нет? Смотри, здесь еще какая-то дверь, как будто бы открыта. Она изнутри, скорее всего, тоже открывается, блядь. Да, да, дверь. Либо на тварь нахуй. Пошли дальше. А, мы все, мы круг. Мы круг сделали. Мы сейчас выйдем генератором опять.
Подожди, а мы же, подожди, мы гиену где ебанули, там же ничего не было? Или там... А, там генератор второй был, да? Да, вот он. Сука, пиздец, пиздец. Где-то должно, нужно было еще ключ от входа, я помню. Да, было такое. Было дело. Я не помню. Пошли бродить искать тогда. Так, тут мы начали. Там мы были. Ну там что за хуйня? Я туда схожу. Блять, говно. А, нет, есть проход. Все, заебись. Открывай на буковку Т. И там какая-то загадка. Три кругляшка красных нарисованы. По-любому грядки, отвечаю. Угу. Газу, у тебя лопата есть? У меня лопат нет. У меня две лопаты, пошли. Да ты одна справишься. Я тут, блядь, я тут дверь видел. Ого. Не ориентируюсь в пространстве. Я пока похожу, посмотрю, может, что-то найду. Да, чтобы ты понимал, я потеряла, где грядки. Ну да, они внизу, если что. It's my house, вот. Ориентир, it's my house. Так, сейчас надо найти, где юг. Water tank. Water tank у нас вот там. Получается, я вот так вот на карту смотрю. Вот эта хуйня первая здесь. А, блядь, у меня же лопаты-то нет, сука. На, лопату. Давай. Так, первая вот здесь будет. О, часть суперденто. Так, юг у нас... Ой, север у нас там. Дальше будет вот там. Вот тут где-то будет. Либо за забором. На заборе что-то есть вверху? Да, там есть грядки. Прям в самом уху квадратного. Вот это значит. Хуяк. Так, и у желтая крыша. Вот этот, возможно. Желтая крыша из вот там вот. Вот он там будет. Здесь? Нет. Либо вот этот, либо следующий. Вот этот. Так, ну у нас есть шифр, получается. Так, где-то дверь была, вопрос теперь. Я не помню сейчас. А, вот там, наверное, она была. Вот где, где My House. Наверное, да? My House, по-моему, вон там шифр должен быть. О, лопата здесь есть. О, а, открыли. Мы просто открыли, не надо даже ничего смотреть. О, лопата внутри. О, чертеж чего-то. Ракета, наверное. Большой рюкзак. Ууу, shit, man! В смысле, они дали его в конце игры? Да. Когда он уже нахуй не нужен? А может, это и не конец игры? Может, это намек? Ну, кстати, может быть, будет еще какое-то дополнение на продолжение, не знаю. Да мне кажется, типа, это рассчитано на тех, кто дальше просто продолжит играть. Почему ты уже не перестанешь, можешь не перестать играть, дальше продолжишь. Хуя себе, плюшка, считай, open world, ходишь там, занимаешься всякой хуйней, еще и с рюкзаком большим. Ну, нихуя себе, блядь. И строишься. Да, так, гарпун, пошли наверх. Шмальнем. Да, у меня на самом деле вода заканчивается. Я могу тебе дропнуть кокосы. Давай. Разъебало нахуй. Пока. А ты взяла зимплайн? Да. У меня Е не загорается. Давай жду. Ключ от входа. Да, походу, это все-таки два ключа. Все точно так же называются. Да, значит, два ключа. Так. Лифт не работает. А все, мы за ключом только зашли. А, прям сюда, значит, спустила. Газуй, жду. Летит! Волосы назад. На, нахуй. Я поспать бы, а то все на тебя вообще ничего не видно. Слушай, знаешь, чё? Ау.
Что, 5 секунд? Гиена? Музончик. Помнишь, секретка была в этом? Комната разрабов или там, как она там называлась, блядь? Yeah. Вылетай, очки надеваю. Поехали. Блядь, я испугался, думал, кто-то бежит там нахуй, это мельница, блядь. Пиздец. И чё тут? Блядь, только не говорите, что паркур, а? Кайф. О, там шестеренки валяются, нихуя себе. Это паркур. С кайфом вообще. Ой, наоборот. Требуется молоток, нужен молоток. По паркуру, реально? Да. Ой, блядь. Ну ты, короче, там без меня игру проходи дальше. Встретимся на той стороне, блядь. Сука! А, блядь, серьезно? Ебать, на сетке. А, тут сетки. Хотя бы сетки, блядь. И чё, смысл? То есть, ну, ты сначала начинаешь. Не, это тут, типа, если ты какой-то момент дойдешь, сетки тебя уже дальше приведут. А тут какой-то рычаг есть. Жми. Нажать? Да, жми. А, вон что-то поехало, слышишь? Хуйня поехала к тебе. Бочка. И чё? Ну, забери ее. А, требуется шестеренка, тут написано. Ладно, это, видимо, потом, да? Блять, тварь, пиздец. Неприятно. Меня... Как ты первую-то прошел, даже первую пройти не мог. Ах, блять, не заобузить, сука. Не с того места. Думал, получится заобузить вот это. Перепрыгнуть немножко дальше, чем можно. Сука. Ладно. А пусть почему тобой не дает заобузить? Типа стенками, видимо? Ну там типа бочка висит, и там чуть-чуть прям не достает, чтобы в конечную точку прыгнуть, блять. Да иди нахуй, ты хуйня высокая, блядь! Пиздец, блядь, почти да прошел нахуй. В верхушку скинула, тварь, блядь. Бля, здесь как? Так, только не стоим, идем дальше. А ты проходи, я тебя. Нет, ты, ну ты типа это. Все, тогда за мной только не иди, пока не пройду. Тут отвлекать будет очень сильно. Сосать, блядь, чмо. Я запомнил, что тут верхушечка еще прыгает, блядь. Все, теперь можете. Так, а че надо перепрыгивать и присаживаться одновременно, походу, да? Нихуя себе тут, блядь, говно. Вот тут надо присаживаться и прыгать одновременно, пиздец. Бля, меня скинуло. Тварь. Бля, почему такой хуйни было так мало, забираться. Пиздец? С самого начала забираться, да? Блядь! Я понял, ну, так, я понял. Да, там типа чекпоинт небольшой. Так, нахуй. Тут другой лифт. А, тут молоток, кстати. Хуяк. Так это никуда не приведет. Блять, вот надо, короче, слышишь? Блять. Че, вернуться? Там надо, короче, открыть молотком, взять шестеренки, и тут будет, надо будет ставить шестеренку. Ты сейчас можешь вернуться назад, открыть молотком, взять шестеренки. Да, попробую. Покушаю. Ну, я открыла. Так, там сейчас внутри даже. Тут чел. Плывите прочь, ставьте утопию мне. Пошел он нахуй. Шестеренки бери. А, суть в чем, что я сейчас. Ладно, я спускаюсь.
Это не играбельный персонаж, он нам не интересен. Шестеренками нельзя прыгать, забираться по лесенкам, ничего нельзя. Поэтому тебе нужно идти сюда и что-то делать тут тоже. Я не могу по лесенке забраться с шестеренкой. То есть ты ее как она, в руке несешь, что она, ли? Да, она берется в руку. И как ящик. Блять. А как, подожди, а как ее донести сюда? Значит, надо что-то сделать, чтобы открыть какой-то проход. Смотри, вот тут есть лифты. Возвращайся. Нет, подожди. Тут надо, вот где я сейчас нахожусь. Все, ебать. Да-да-да, вот эта штука двигается. Нам нужно туда шестеренки в нее перетаскать. Одну, да, наверное? Ну, так, сейчас посмотрю. Вроде как одну. Если большая, скорее всего, одну. Вот, так, смотри. Тогда я тебе посылаю. Кладешь шестеренку туда, что ли? Я не могу ее положить, потому что... Короче, здесь загадка. Иди сюда. Блять, ну ты понимаешь, что это... Она по-любому не в соло решается. Блять. Нахуй, да нахуй ты это сюда? Я шел, блядь. Пиздец, снова проходишь так. Чтобы молоток достать. Блядь, они еще не пускают обратно на эту хуйню. Ёбаный рот. Этого казино, блядь. Ну, стой там, я попытаюсь. Да я иду. Тут загадка с лифтами. И с гирками. Понял? Что, типа, нужно лифт опустить, видимо. Так, ты где вообще? А вон тебя видно. Наверху, да. Смотри, я могу поставить гирьку. 3 или 2. А шестеренка-то где? Шестеренки внизу лежат. Вот они. Подняться нельзя, да? Нельзя прыгать. Охуеть. Да. Так, ладно. Так, вот, я могу убрать гирьку. Вопрос очень интересный. А что нам даст то, что мы поднимемся с шестеренкой наверх? Что это нам дает? А, мы туда. Так, ну-ка. И сюда. Это что такое? Это мост? А, шестеренка. Раз шестеренка сюда, надо, чтобы мост открыть. Все, понял. Теперь понял, зачем это делается. Так, ладно. Тут есть еще ящики. Блять, я упал. Так, ладно. Нам нужно один опустить вниз. Правильно? Правильно. Мы берем на... Почему не могу взять? Момент скажу. Видишь, где я нахожусь? Да. Вот здесь есть механизм, и в него требуется шестеренка. Значит, нам нужно сначала шестеренку на этот этаж поднять, на котором я стою. Бля, разумно. Вопрос, почему я не могу взять эту хуйню? Какую? Вот, 3-4, где написано, почему я не могу ее взять. Вопрос, есть инфа? Убери... Ты не можешь их брать, ты можешь только поставить. Убери тогда оттуда, вот с самой нижней, которая стоит сейчас, с нее нахуй сними, чтобы поднялась до меня. Единичку убрать? Да. Я не могу ее убрать, она не убирается. Блять, а как это вниз-то поставить, нахуй? Допустим. 3, допустим. И что дальше? Вот, смотри, она опустилась вниз. Теперь мы ложим сюда шестеренку, подожди. Вот, я положила шестеренку. Давай 2 положу сразу, нахуй, на всякий случай. А можно 2? Не знаю, сейчас проверим. Вот. Допустим. Давай 3 сразу. Да хоть 10, блядь, как обратно поднять? Теперь убираем 3. Так. И что дальше? Шестеренки остались, блядь. Они остались. Я тебе про то же. В чем, блядь, ещё суть-то? Что за хуйня? Оттуда точно больше ничего нельзя положить? Там ничего больше нет? Вот здесь написано, требуется шестеренка, где я стою, видишь? На той штуке написано, требуется шестеренка? Нет. Может, тогда шестеренки нужно класть вот на эту сторону? А как ты сюда заберешься? Разумный вопрос. Она на той же ничего, да, ничего нет, она только сюда опускается. Блядь, даже прыгнуть нельзя, пиздец. Что значит Б? Б, что значит Б? 1, 2, 3, 2, 4.
Нужно положить 2, чтобы она поднялась до туда. Логично? Логично. У нас 2 нет. У нас есть 3 и 4. У нас 2 нету. Там сверху тоже. Я, получается, 4. Ну, 3 точнее. Пустит ее на низ. Блять. А, подожди. Подожди, подожди. Ну-ка, сейчас проверю кое-что. Я дотащила шестеренку. Типа, Ну-ка, я прыжок, я прыжок, я прыжок, что ли? Да. О, положила. Так, нахуя, ну так, теперь 2. Блять, нужно Вот, вот. 2. Там сразу пачка стала. Нужно 2. Допустим, 3. Поднимется? Блять, высоко. 4. Высоко, да. На других уровнях. А, во, есть 2, ебать. Блять, тогда надо снять ее нахуй. То можно ее снять оттуда? Во, убрать. Шестеренку? Все нормально. 2-то, оказывается, есть. Так, допустим. Нужно вот А, не этот могу. этаж, где я стою. Так, один есть, один нету. Один есть, один Один есть. вот есть, да. Так, а что если мы ставим троечку? Ставим троечку. Блять, промахнулся. Ставим единичечку. И троечку нахуй убираем. Еще один надо, да? То есть надо не один, а 2 получается. Сейчас мы нахуй. Ставим 2. И один убираю. И один убираем. Блять, вскочил. О, изи. Легко. Так, все, я вставила, мост открылся. Так, мост скрылся. Еще бери шестеренки. Надо нести сейчас шестеренки туда, получается. Там, по-моему, еще загадка такая же. В эту жопу веряешь, пиздец. Посмотрите, как грязные рафтеры превратили роскошные апартаменты в помойку. Не читай вслух. Меня бесит то, что это скипнуть нельзя, еще ты, блядь, на втором этом плане, Так, все, нахуй. я положила. Я читаю сюжет, потом тебе пересказываю. Да мне похуй на сюжет, блядь. Я хочу это, блядь, найти людей, нахуй. Мне до пизды, что он там несет, блядь. Он не игровой персонаж, похуй на него. Он тем более лестницу просто опустил, кек. Куда теперь шестеренку надо? Такая. А, ну по лестнике мы ее поднять не можем, да? Так, это что? Тоже не открывается, да, естественно, блядь. Пиздец, гандон, блядь. Ничего нахуй не открывает. Вот сука. Блядь, как нахуй они могли запереть изнутри, блядь, если внутри, блядь, никого нет, блядь? Вот сюда шестеренка нужна. Так, значит, ее надо поднять на лифте. Ага. Тык. Так. Что у нас здесь, нахуй? Б, подвал. Б. Подожди, а где второй-то лифт? Ебать, 6 этажей, нахуй. Уешь. Смотрим, что сверху. А шестеренка там лежит уже, да? Да, я положила. Так. Сколько нам надо? 3 надо? У нас есть 5 сейчас. Ну, явно не ш... Попробуй, попробуем 5 сначала. Тут есть 1, 4, нам надо 3. Нам надо 3 найти. Вот 3 у нас. Нам надо поднять. Опустилась до единицы. 4, нам надо 4. Спустилась до единицы. Блять. Один сделаем. Это поднимем, нахуй. Так. Так, а где выход-то, блядь, здесь есть? На 5-й этаж поднялся. Так, на 5-м, по-моему, было 4. Если я правильно. Да, 4, 1. Так, 1 это будет 3. Ровно 3. Там было 3 как раз таки, по-моему. Вот там Да, 4, 3. Нет, 5. на 3. Сука! Нам надо 2. Внизу было 2. Да, есть 2 на втором Вот этаже. 2. На втором этаже. Получается, надо 4 поставить. Да ёб твою мать! 4, вот здесь. 4 ставим, 1 убираем. Не, вон как раз у двойки, кстати. 2 ставим, 4 убираем. Низко. Здесь 5, вот здесь 3. Все.
Так, это сейчас нам откроет туда. Ой-ой-ой, а, блядь. О, это как раз сюда нам ее принесет сейчас. На этот нахуй, я пошел вызову лифт тогда. Че, несешь шестеренку? Нет. Сейчас возьму. Угу. Лифт едет. Но, к сожалению, я тебя спешу огорчить, проходить ту хуйню надо будет. Если, конечно, хочешь посмотреть, что там. Если нет, можешь показать. Да. Конечно, я хочу посмотреть, мне же интересно. Значит, придется проходить, блядь. Ну, блядь, сделали, сука, там в конце, типа, ну, какой-нибудь лифтик, и включаешь, и все, и можно так добраться. Вот, блядь, дрочевым заниматься этим ебаным. Все, поехало, нахуй. Ну что ж, вперед, ебать, с песней. Блять, а там нигде нельзя перееду самое. Может, есть возможность какая-то, блять? Я... Пройди паркур. А ящиков нету, да? Ящики только в первой комнате были. Блять, плохо. Но они навряд ли на сетку ставятся. Нет, не на сетку. Вот здесь есть подъем вверх. Куда-то, блядь. Вот тут вот есть щелочка прям такая ебейшая, по которой можно забраться. Сука. Вот туда надо. Нахуй я против нее иду, еблан, блядь. Только первая, там дальше еще дрочнее. Вот здесь надо присаживаться на контру. Ебать, она, блядь, макушку мне задела, пиздец. Ну, блядь, ничего не бежать не может. На shift бежать. Почему-то у Андрея работает, знаешь, как он типа shift нажал, и у него он автоматически бегает. А возможно, в настройках надо просто поставить то, что... Я чекала настройки, но ничего не нашел. Вот. О, блядь. Хорошо, нахуй. Так, самое сложное позади, дальше хуйня. Ебать, это дебик, блядь. Да, блядь. Это, конечно, рухнул, как долбоёб, блядь. Да, блядь, привычно шифт. В смысле, везде, где бегать надо, шифт же наш. А что, блядь, почему ты скатываешься? Дубина, блядь. Блядь. Да, блядь! Сядешь, может? А. Чё, ты, блядь, игра ебаная, ты мне предлагаешь вправо стрейфиться? Я, мать твою, ебал, блядь, с этим справа стрейфиться, нахуй. Вот здесь нужно присаживаться и прыгать. Сука, блять, проститутка нахуй. Вот она, в кол-выкол бег. Палочку поставь. Нет, ничего не нажимай, вот галочку поставь. Я, блядь, найду обус нахуй. Ты ебаной системе, блядь. На shift нажми, все, он бегает, нет? Да. Я не сюда, не сюда. А, нет, сюда. Я сюда. Наташа, я нашел обуз. Так. Вот здесь можно забраться, вот просто сразу сюда, где я стою. Вот, как? Вот по этой хуйне, вот сюда, по этим выступам и сюда. Только надо обязательно на крылышко попасть, чтобы оно тебя довезло до этой хуйни.
Правильно он делает? Надо на крылышко вот сюда попасть, чтобы крылышко тебя довезло. Вот на эти ребрышки, на крылышко, и оно тебя довезет вот до этой хуйни. На ребрышки, на крылышко, и оно тебя довезет. Это возможно, я это сделал. Либо дрочнёй там заниматься, выбирайте. Больше я скипов не нашел, по крайней мере, не вижу. Мне не хочется больше этим заниматься. Оп! А, это не ты, блядь, я думал, ты летишь. Он сталкивает, там надо не останавливаясь. Там скользить начинаешь, когда стоишь долго. Надо было прилететь. Это не на крылышко попал. Просто прям на него сесть, блядь. На него сесть, правда? Нет, ты типа попадаешь на крылышко, тебя еще раз под ну, типа, у тебя прифрешится прыжок, и ты снова можешь прыгнуть. Он как поверхность считается. Ну, они сталкивают, видишь? Блядь! Да, стой. Соскальзываешь с них. Да, там надо типа, ну, банихоп пропрыгивать. Андрей сказал пропрыгивать прям надо. То есть не останавливаться, то есть там надо три прыжка сделать. Ребро, ребро, крылышко и все, и приземляешься на эту платформу. Ну проходи в соло тогда, ладно, чё. Да, бля, ну пройди тогда этот, нормальную эту хуйню. Так Ян проходит, у него не получается, у меня тем более не получится. А в чем проблема-то? Чё не получается именно? Три раза прыгнул, один раз присел, все, что, блядь. На нахуй. Ну, я понял. Ну, в принципе, я понял, что там не получается, блядь. Не, в соло не пойду. Возможно, там тоже будут загадки и на двоих людей. Так. А ты шо, блядь? Я видел, как ты потрясся. Если что, он тебя не слышит. Я просто видел, как он посмотрел на него, так вот такой, типа, блядь, и пошел. Если даже это выдал. Может, на стул сядешь? Тут не надо присаживаться. Прыжок? Прыжок? Присел? Понял? Малефисента. Блять, ну тут просто скипов нет никаких. Вот именно здесь, где уже находишься. То есть, либо там скип юзать, либо проходить полностью. Ну, я помню, с самого начала ты выпал. Ой, слушай, иди сюда, иди сюда. Попробуй. Иди ко мне. Подожди, куда? Ну вот на сетку спрыгни там, на первую, ближайшую, блядь. Точнее, на вторую, надо, чтобы ты на вторую сетку попала. Попал, там кто меня слышит. Ладно, нет, давай. Да не забудешь ты так. Не-не, на вторую сетку надо, чтобы типа второй чекпоинт был. Я поняла, сейчас попробую дойду. Все, можешь спрыгивать вниз. Попробуй встать вот на ящик. Вот внизу. Подо мной, подо мной, подо мной, подо мной, подо мной, подо мной, подо мной. Сейчас я тебя увижу. Вот ящик, видишь? Стоит. На него встань. Все, стой. Изи. Два буза вам нашел, блядь. Ебаный свет. Nice. Наташа, тренируй, блядь. Майнкрафт, пойдем паркур карты проходить, нахуй. Давай.
И что, это все, блядь? А мы не могли просто по веревке какой-нибудь забраться туда, нахуй? Нахуй мы сюда поднимались? Опа, хуйняк отлежит. А это опять ящики, блядь. Понятно, нахуй. Клетка. О, монетка. Так, ну, допустим. И что это нам дает? Куда это мы теперь можем забраться? Ящики нам дали. Наверх, получается. А куда наверх? Вот туда, получается. Да, ладно, давай начать таскать тогда. Пошла работа, блядь. Опять работать? Опять вкалывать. Опа, не понял. Ебать, понял нахуй. Так, и куда это тогда? На крышу, значит, надо. А, во, подожди. Вот сюда надо. Иди нахуй, дебил ебаный, бля. В рот тебя ебал, придурок. Спасибо, чмошник. Дали еще ящики. Че он там стоит? Интересно, я отсюда могу взять? Я не могу. А он кидается чем-то. Гондон. Тупо крыса, нахуй. А че, надо к нему добраться, что ли? Скорее всего, да. Блин, так он тут поджег возле себя, а вот все перестало гореть. Сейчас, наверное, снова будут кидать. Ой, блядь. Вот говноед, а. Это первый, кстати, человек-босс в этой игре. Я еще наготовил. А, ты тоже, да? Все, найс. Я думаю, нам этого хватит. Нам надо сейчас нижнее внизу ставить. Лол, он еблан. Шел нахуй. Блять, под себя кинул, ебак. Ну и крыса, блять. Пошел нахуй, со хуйло! Иди сюда, сука! Пизда тебе, гондон! От тварь, блять, а! Электрический блок для зиплайна. Ключ от склада. А, все, он, блядь, конечно, сразу, блядь. Сюжет нас ебался, исчез, блядь, из этого мира, нахуй. Урод, блядь. Пошли дальше, что? Крыса, блядь, крыса, нахуй. Ты тебя въебала. Ключ от склада, хуяк. Подожди, может ее скинуть на? Ее скинуть на этот чекпоинт. Нормально. Ох, ебать. Три гиенки. Под окном пряли. Опа, чуть не упала. Сейв года. Она надо все равно допрыгать. Ну что, поехали, блядь. Сейчас немножко воду восстановлю. Отсюда нельзя пострелять луком? Они отбегать будут. Можно, конечно, но они отбегать, наверное, будут. Да похуй, погнали, на ящик встанем, поебать. Стой на этой хуйне. Меня тащат. Копье возьми. Она, копье ее бешено, сразу взлетает. А нахуй, еще одна. Лутаем, сучек. Лишнее мясо, блядь, когда-нибудь лишним, нахуй. Подожди, не открывай эту хуйню. Блять. Блять! За пять ящиков, да, ставим. Вот сюда, вот. Вышел.
они горят, блядь. У тебя мази нет с собой? Нет. Не хватает, да, еще одной. Блять! И нахуй. Блять, еще одну, надо еще по одной. Запрыгивай куда-нибудь. Гасись, бля, я не знаю, на ящике вставай. Блять, тварь, иди нахуй. Иди нахуй. Все, выбирайся. Хватает. Да, я легла. Блять, это плохо. А как я тебя заставили, блядь? На корабль тебя нести надо. Я могу отрезаться. Как вариант. Ну давай, резайся, да чё. А как я сюда попаду потом? А я тут дверь-то сейчас открою же. Я тебе сейчас пойду этот, опущу эту хуйню опять, чтобы ты могла подняться. Пока иди, резайся и иди к этому к лифту. По дверке себе открою. Можешь захватить фляжку наполненную. У меня запасная лежит. Мне принести и себе возьми. У меня нет фляжки, она исчезла. Блять. Плохо. Ладно, тогда себе возьми у меня. Фрукты могу я, как, я коктейльчик въебал. Можешь фрукты взять, да. Ну хотя у меня еды полно, можешь просто сама идти. Я дохуя еды. Я возьму что-нибудь. Мазь, кстати, у нас 8 мази было. Бери все нахуй. Тут поделим на месте. Бля, ебать, ну можно дать звание гондона, блять, этой игры, вот этому долбоебу. Вполне. Служено, нахуй, считаю. Подожди. Так, куда? Так, подожди, нет. Куда нахуй? Здесь? А, вот здесь, да. Так, куда дальше? Сюда. А, нет. Подожди. Мы же где-то лесенку скидывали, блядь. Да, было такое. Да ее найти нахуй. Так, мы отсюда вышли. Шли. Забрались сюда. Потом туда. А, во, вспомнил, где она. Вот. Вот здесь. Так, а, выпал сюда сундук. Так, и это будет... А, ну так это там, где этот паркур начинается. Чуть выше подняться, где мы шестерни вниз выносили. Вот там лесенка будет еще. Бля, ну хоть тут они подумали сделать этот чекпоинт, бля, ебаный. Блин, я забыла, как к паркуру пройти. Мы куда-то заходили, да, в какую-то дверь. Блять, опять упал. Там по этим, а нет, не, даже не по лифтам. Куда тут заходить-то, блять? А, там, по-моему, этот, в My House поднимайся, там по зиплайнам вроде как. А нет, по зиплайнам нет, это обратно возвращает. По зиплайнам вот сюда выходишь к лифту. Ну, сейчас я на лифте пробую подняться. На лифте, да, верно. А, ну да, первый лифт, и там где-то уже близко будет. А, да, вот, ты сейчас выйдешь здесь.
Прям над тобой, как выйдешь из этого. Вот, я за сверху. Так, мне получается, надо пройти первый паркур. Да нет, это... почему? Вот лесенка справа, алло. Это. Наталья, ты меня пугаешь. Какого права? Да вот, блядь, вот и стояла вот направо. Стою. Вот, вот лесенка, вот. Достаточно вверх посмотреть, вот сюда. Вот, вот это вот лесенка, вот. Хуякс? Ладно, хоть гиенам больше не надо, блядь. Ёба. А дай мази, 4 штучки. Так, а на сколько поделить, напомни? А, по-моему, правой кнопкой просто зажимаешь и в другой слот переносишь. Или дропаешь, без разницы. Ага. Ага, благодарю. Все, идем. Так, по оружию у меня только лук останется, если что. Копья еще половина. У меня есть два половинчатых. Блять, опять какая-то хуйня сейчас будет. 100%, блять. Взорвется что-нибудь, блять, полетит что? Такое ощущение, что сейчас пол отъедет, нет? Есть подозрение? Монетка в цветке, хуяк. Авто. Нет. Ебать, там гиена, блять. Шо, арена? Бля, внизу пола, пола, если что, нет, аккуратней. Блять. Ты провалилась? Ебать. Да. Нам по-любому сюда, какая разница. Ну да, согласен. Готово нахуй. Сразу сейф точку надо искать. Нет, сейф точку. Что-то здесь какие-то эти. Мне кажется, на нее ошейник надо будет надеть. Да. Есть такое ощущение? Угу. Надо в зеленую ей хуярить. Она не дамажится, мне кажется. Дамажится, дамажится, нормально. Бежит, бежит, бежит на тебя! А нет. Бежит, бежит. Что, нормально продамажило? Блять. Да нет. Это хп 10 снял. Это бесполезно у нее. Блять, что со мной на... Ёб твою мать. А я, блять. Ай, блять, нихуя она. Вырялка, блять. А что, с ошейниками нет? Они как-то их этих. Походу нет. Так, она сейчас опять пулять будет. Ага. Ебать! Так. Бля, миссанул. Убегай. Бля, она опять на тебя согрела, это сука. У тебя есть хилки, ты хилься? Да-да-да, у меня пупка. А, ну все, найс, найс. А, нет, она меня жрет. Бля, она зеленая, ее не продамажить, может. Нет, ее нельзя продамажить, когда она жрет. Блять. Может, нужно вот эти ворота сломать? Смотри, там какой-то лифт. Может, ее на ворота направить? Она чаржит. Ага, вижу. Ну-ка, стой, ворот, стой, стой, стой. Она что-то кинет, кинет! Блять, меня, тварь! Сейчас меня будет. Бля, не сработало. Еще раз. Вот убивать надо все-таки, блядь. Пусть знают. Четыре тычки надо. Не бей, она в зеленом, нет, иммунка.
Ее не продамажить зеленым, когда она зеленая горит. Пивать она тебя полюбила, пиздец. И просто бежит. И нах. Я с нее стрел попиздил. О, наконец-то, блядь. Я с нее стрелы снимаю, блядь. Ну-ка. Ну-ка, прыгни, прыгни в меня, уебище, прыгни. Давай, 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 давай. Сучка тварь. Блять, в тебя. В меня. В тебя. Не, по-любому надо дверь как-то открывать. Ах ты, сучка. О. Сожрала что-то, блядь. Тоже не помогло, блядь. Блядь. Ну, такими темпами на хилке, конечно, закончится. Не, ну ей похуй. Когда она зеленым, ей дамаш, надо дамаш поебать. У меня какой-нибудь хп было, мне кажется. Хотя здесь нет хп. Что, в тебя полетит? Блять! Что? А, она кидает опять, тварь ебаная. Свай, блять. Нет. А это что, подожди, такое? Клетки нет. Хавают, меня хавают. Он ее покормил. Может, долбоеба надо вырубить нахуй? Может, реально у него? Нет, не работает на него стрела. Ничего нет. Рейджит. Блять, что-то максимально нахуй непонятно. Блять, я же захилилась, кого хуя. Он тебя ёбнул? Да. Блин, она три раза на меня прыгнула. Да, пока лежи, давай что-нибудь это подумаем. Что можно сделать, блять, я пока просто от неё побегаю. Да, я не знаю, я думаю, что... надо ворота как-то открывать.
Убил нахуй! Сука! Просто дамажил? Да! Она просто, да, блядь, такой идиотизм, пиздец, никакой, никакой умной мысли, блядь. Просто, ну, чисто, блядь, убейте. Охуенно. Тупо пиздец, конечно. Так, что делать будем? Есть варик какой-то, идея? Ну, я опять же могу встать, но у меня половина инвентаря не было. Даже не половина, две трети. А что у тебя сейчас было? Да, ну, все. Блять, а что? Я ничего не могу сделать, нахуй. Что я могу сделать? А может, я тебя отхилить могу? Похуй, я тебя с собой понесу, блять. Погнали, нахуй. Хоть бы какие-то кровати бы расставили, да, на таких местах. Я тебя не брошу, нахуй. Ты со мной доедешь до конца, блядь. Опа. Так, я сейчас на стол положу, чтобы ты видела. Ага. Куда повернут? Я экран смотрю. Я стрим смотрю, забей. Да, блядь, что ты туда поворачиваешься? Короче, пизда ему. А, ну тут можно подняться. Лох ебаный. Ключ от тюрьмы. Титановые инструменты. Офигеть. Ноль титана у нас. Титановый топор, бля, титановое копье, титановый меч. Ну, семья на корабль. Сейчас, сейчас, сейчас. А потом тюрьму заюзаем, она же там. Сейчас я посмотрю еще тут, чтобы сюда потом 50 раз не бегать обратно, блядь. Ага, давай. А где-то еще автомат должен быть. Может быть? Сейчас глянем. Тупо как этот, блядь, как Уилсон, блядь, из изгоя, нахуй. Просто с тобой тебя таскаю, блядь. Это что такое? Титановые инструменты. Блядь, у меня нет места. Посмотри, видишь, что ты с ней сделал? Уёбок, блядь. Ну что, с тобой люди поговорят, ты, блядь. Ты же мог просто спрыгнуть, нет? Ну что, блядь, советы будешь? Из таверны советы не дают, понятно, нахуй? Молча. Вот так вот, блядь. Твоишь ты, нахуй. Умные советчики нашлись, блядь. Так, где у нас корабль-то стоит? Там, не там? А, вот там. А пока мы пиздились, тебе какое-то достижение дали? Нет. Славно. То я бы прям на месте Alt+F4 нажал, если бы тебе достижение дали, а мне нет. Вот мы и к кораблю вернулись, смотри. Пиздатый корабль, все хорошо. А что с этой большой гиеной, дали что-то? Да, голову Альфы. О, так она может даже какая-нибудь пиздатая будет, нет? Ой, блядь, я тебя в ванну нес. На свою положу, у меня теплее. Туалет меня давай. Так, пойду все изучу. Титановый крюк. Ух. Это что такое? Титановая стрела. Блять, короче, титана у нас должно быть миллиард, нахуй. Так, ну-ка шо, как я? На один рюкзак только хватает. Как я выгляжу? Как крыса. Держи. Ловишь? Да. Один только. О, oh май. Второй не хватает. Шерсти не хватает. А, блядь, мне надо, наверное, скинуть. Так, рецепты я пошел выкину, нахуй. Ага. Иду под стрельбу. Нам 4 шерсти не хватает.
Рецепт красной дыни у нас же есть. О, красной дыни нет. Нету, по-моему. Я новый рецепт, ебать. Ну там ебать ягодах-то надо. Лучше бы нахуй этого рецепта не было, блядь. Блять, не для гиены. Ладно, похуй, это потом тогда. Ну и шерсти на второй гдаке вдачи. Сколько слотов в нем? Я пока еще не надел, потому что... Шо, блять? Какое нахуй весло? Откуда весло у меня, блять, какое-то лежит нахуй в инвентаре? Почему оно у меня вообще лежит, блять? Это шо, мусорка, блять? Кто мне весло? Наталья, а? Можешь сказать, кто мне весло в сундук кинул, нахуй? Ты, может, лутал там все? А хотя, не знаю. Я вообще без понятия. Да. Нам на батарейке все заменить, у нас все умерло. Кому там гуляли. Ебать, 20 стейков нахуй. У нас, ебать, понимаешь, у нас, ебать, 53 стейка. Что мы прям нахуй это самое. Надо нажарить. Просто причем нажарить. Потому что у нас... Так, кожа плохо, есть. Плохо все по идее. Кожа, веревка. Лопата, сачок, блядь. Так, это нас двинуть сюда. И теперь можно будет поменять по логике. Ну, плюс еще одну полоску, короче, дает. Плюс 5. Сверху. Нормально. Ну да, в принципе. Так, пойду батарейки возьму. Зарядника. Пока поставлю такие, где это, где улучшенные. Все равно нету, пока заменить нечем. Так. Ну, могу обрадовать, что нам не дали новые эти острова координат. Ой, пока еще не вечер, блядь. Еще может все измениться, нахуй. Что, идем в тюрьму? Сейчас. Да, я это разгружусь. Угу. Пойду, наверное, пока эти заряжу. Стейки пусть шарятся. Ладно. На, попей. И ведро дробь. На, попей. А, нихуя тут уже зажарено. Я поставила, сколько было слотов. Пойдет. Занято. Это устройство используется, нахуй. А я их прям... Я их и оставлю себе, нахуй. Всю еду остальную выложу, блядь, а это оставлю. Нахуй мне компас, блядь, таскают, долбоёб его с собой, нахуй. А. Ну все, можно идти тогда? Угу. Открываем, там никого нет.
Вообще нахуй не удивлюсь. Так, а ты помнишь, куда именно надо идти? Вот это нет. Это выше, по-моему. Нет, это инструмент. Так, а, подожди, тогда в хаус надо идти, и там по зиплайну спускаться туда, наверное. Пизду пропал, блин, быстрее. Блять. Знаешь, самое смешное, что если бы я упоролся и решил вскопать все грядки, просто рандомно бы нашелся ключ. Так, это не то. Ой, застрял. А шо, куда это ведет? Никуда не ведет, нахуй. Туда можно идти. Ай, блядь. А в центр идти. На лифт, наверное. Да где там лифт был, сука? Вот туда, да, ты правильно идешь. Такое все похоже, нахуй. Там как-то... А, блядь, миссанул. Не туда поворот. Там дверка открытая. А, вон она. Все, заебись. Ну нахуй. Да ладно, нахуй. О, кассена. The ocean itself broke civilization. The survivors were left with nothing. Yet they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world, and brought back hope. Now Utopia stands free once again thanks to their actions. With this final chance, Lord. We can begin this slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts. Ready to discover the next step for humanity. Where is Utopia? Нихуя вообще даю, смотри, еды. Тут реально людей, смотри, сколько людей, охуеть. Живые люди. Можно. О, автомат. Я покупаю? Кого? А, подожди, здесь эти. Вот тут еще есть, уебай, тут еще две штуки есть. Вон тут дохуя всего, всякой декорации, слышишь? Не смотришь? Ага. Тут вообще дохуя еды дают. Просто доебень матери, блядь. Нажирайся сколько хочешь, сука. Это мы вам помогли, кстати. Ребенок, деньги давай нахуй, я тебе помог. Пошел ты нахуй. Картошки, блядь. Рыбы, блядь. Бля, интересно, в других местах тут тоже дохуя всего дали? Сколько монет осталось? 18. Надо, наверное, приправы, да, еще купить? А она там есть? Да, вот тут есть еще отдельный третий автомат с приправой. Да, можно тогда. Если это не декор. Может, лучше не покупать на все? Посмотреть сначала, что это такое? Я просто каждый по одной штучке куплю и все. А, ну окей. Вот у нас осталось еще 12 монет. Все, я все купила. Пойду чекать.
что-то мне подсказывает, что это декор. Ебать, реально, тут рыбы еще столько. Ага, там вообще дохлась. Ой, меня уже не влазит, иди лутай. Я не стал это набирать. Пока не стал. Я все спиздила, ну, в смысле, фулл инвентарь забила. Я хочу посмотреть, что еще есть. О, чел, ну-ка поговорить. Эти идиоты ничего не умеют. А с каждым челиком еще поговорить можно, да? Ну, они там просто типа, а-ля, ебать, ты как крутой там вот эту хуйню несут. То есть ничего нового не приносит. Ну, ебать, Наталья, поздравляю. Мы наконец-то прошли игру. Сюжетно мы ее завершили. Ну что, 40 достижений вперед? Нас ждут? Блять, пизда. Ага. А где вообще выход отсюда? Да просто вниз прыгай, похуй. Я вниз прыгну. А как потом обратно подняться? Ну, обратно подняться уже другой вопрос. Ты сейчас хочешь съебаться или остаться? Я хотела всю еду залутать. Ладно, похуй. Я думаю, утопия, ну вот этот город, это нам всегда можно будет сюда приплыть, налутаться еды и съебаться. Мне кажется, это специально вот так вот сделано. Чтоб мы сами еде особо не... То есть мы сейчас можем просто пойти, залутаться, 500 тысяч сундуков набить нахуй и съебаться от них. С каких пор высота дамажить стала? Всегда. Просто с определенной высоты только дамаж начинает проходить. Я под водой банан ем. Нормально? Нормально. Так, ну поплыли тогда мать убивать. Погнали, мать ёбнем, да. А, акула! А, ну это, блядь, за что про мать-то говоришь, нахуй. Блядь, я утонула, нахуй. Ты, в смысле, ты умерла? Да. Как, блядь? Я возле корабля прям, подними меня, пожалуйста. Как ты умерла-то, блядь? Да как акула меня сожрала. Нихуя, она там же не на фулл хп дамажит, блядь. Так я ж спрыгнула. Пиздец. А что ты не в воду-то спрыгнула? Где у нас кровать? Изначально не в воду, а потом в воду. Моя теплее. Так, ну шо, все тогда, ебать? Или пойдем рейд за продуктами, нахуй? Да похуй, не, поплыли, мать убьем. Ачивки подделаем. Надо только точно так знать, что делать, чтобы ачивки получить. Ага, мне надо же красить. Это почти все декор. Блять, классно, нахуй. Не скажу, что ты меня удивила, но, блять, хуёво. И это почти весь декор на кухне. Там всякие, типа, чесноки, понял? Пока как утопия. Еще когда-нибудь мы увидимся с вами. Блять, ты прикинь, насколько они долбоебы, что они типа, ну, торчат 4, блядь, высотных здания, и они на них, нахуй, сделали гнезда, блядь. То есть не в них, блядь, а на них. При том, что лифты работают, электричество есть. Типа, ну, блядь. Ого, смотри, я тебе новую эту сюда принесла, новый цветок, куда тебе его поставить. Какой-нибудь на столик. У меня тут, блядь, видишь, романтик, блядь. Он не совсем на столик ставится. Давай вот сюда, чтобы закрывала обзор. А, как тебе пальма? Нормально. Она мне ничего не закрывает, у меня же мостик-то впереди. Мне это похуй на нее. Ну ладно. Так, значит, за матерью едем, да? 41.09. Ой, я нашла то, что тебе по-любому у тебя сверху должно висеть. Бля, а куда тебе его тут повесить? Некуда, да. А, это можно... Смотри, смотри, что тебе придумал. Сейчас, подожди, я настроюсь этот маршрут, чтобы ехало. Так, что ветер нас куда, нахуй? Подожди. Ох, ебать! Смотришь? Почему еще здание не врезать знал? Почему вы? Юнга не смотрит. Куда? Куда? Вот, на стол смотри. Что, это бутылки? Да. Только не понимаю. Хули не пустые-то, блядь. Ну, это уже другая история. Во-во. Не уважаешь, значит.
Так, это можно выключить. Блять, куда ветер стоит? Только если я опущу парус и выключу двигателя, куда поплывем? Бля, прям ебло дует, сука. Обидно. Вообще можно фул развернуться, и он переспавнится. Нахуй по ветру пойдем. Ебало вот того рот, блять. Нахуй топливо жечь, правильно? Правильно. Все, идем нахуй. Можно заниматься своими делами. Че у нас по краске, блядь? Есть у нас краска? Мне надо хуя красить. Выдели мне какой-то участок, который я могу просто извозюкать всяко-всяко нахуй. А потом снова... Я, короче, возьму не белый цвет, потом просто в белый все обратно покрасим, окей? Так он красит сзади эти полы. Да вообще можешь любой участок взять, можешь спереди взять. Красить. Надо, чтобы типа вперед-назад... О, да, я... нет, там птица сидит. Вот тут я сбоку буду красить, короче. Окей. А сколько там, только 200 надо? Больше достижения нету? В отрывах, по-моему, больше надо, не 200. Я сделал только что. 1000. Поехали нахуй! Короче, все, что я купила, это все декор. Тебе много работы. А все, сейчас это расположить красиво, нахуй. Ой, блядь, на выключи эту хуйню, что она работает-то, блядь. Короче, надо поставить 10 ульев за раз. Есть достижение. Ну, ломай старые, ставь. Нет, именно подряд 10 ульев поставить без поломки. То есть надо 10 ульев, чтобы было в инвентаре. Что там нам надо вести? У нас сколько? У нас 4. Надо еще 6 скрафтить. Надо банки, значит. Так, краски я пока выкидываю нахуй.
Цветочки надо тоже дособирать, чтобы краску делать. Ух, блядь, пошла жара, блядь. Сколько работы. Ебаный сыр, нахуй. Титана сколько надо. Ебануться, блядь. Что думали, блядь? Это сюжет прошли все, на нихуя, блядь. Игра только началась, блядь. Ебаный сыр, блядь. Ой, я крюк этот добью, который хуёвый. Иду прям сейчас его добью, нахуй. Добил, блядь, проверяй, нахуй. Да, прикинь, титановый крюк. Он вообще не ломается. Вот это была бы имба, нахуй. Вот это было бы достойное завершение, нахуй. Делать инструменты, не ломающиеся, блядь. Вот тогда было бы с кайфом проходить, вот эти достижения выполнять, блядь. Пусть он даже будет пиздец какой дорогой, но типа навсегда. Потому что титан на самом деле не так уж, это, блядь, не такой уж материал, которого дохуя. Но это все сказки, конечно же, он будет ломаться, блядь, на 3 удара больше, чем обычный, нахуй. Чтоб тебе приходилось ебаться, блядь, с этим. Чтоб ты вообще под конец, короче, забил хуй и только металлические делал, блядь. Потому что титановые невыгодно делать. Бледина. Ну, я все развесила. Кстати, еще тотемов нет. Сколько их там? 3 штуки? Их 4 штуки в стаке. Ну, типа, 4 в тотеме. Значит, нам надо еще 3. Ну, это на клады капает только. Не с кладами, типа. Так, а что, голова альфы весится, походу, в этот? Да, я знаю. Надо большой и, я думаю, средний под обычную гиену. Я забрала. А у тебя есть эти штучки? Да. Да. Ну, картины-то эти. Нет, доски нету, 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 нету. Среднюю ты думаешь под обычную, большая под эту? Да, я думаю так. Что ты делаешь? У
пытаюсь вставить больше этот, но походу не в среднюю он вставляется. Обычная голова. Жаль. Эти надписи, да, что-то выпал так с них. Забавно, забавно. Да, можешь эти последнюю подписать. Ля, огонь. Стена трофеев такая пиздатая. А сколько у тебя скрытых осталось? У меня 5. Так, так, так. Скрытых. 5 тоже, да. У нас на... Убить 50 ангел фиш. Это хуйня. Это типа отплыл, приплыл, там десятку фарманул, улетел нахуй. Это будет это. А, блядь. А, нет, все нормально. Это будет такое охотничье достижение, блядь. Активируйте все бонусы от еды и напитков одновременно. Так, что мы едем туда, нет? Ой. Блядь, 3200, ебаный рот. Нихуя не меняется гандон, блядь. Поедем туда побыстрее, нахуй. Я думаю, он бесконечно удаляться не будет. Рано или поздно рефрешнится. Так. Что значит все бонусы от еды и напитков? Типа максимум? МБ. Может там от, ну типа несколько видов бафов есть. Все настакиваются друг на друге. Может просто максимум, да. А есть у нас чем вообще вкинуться, чтобы нахуй улететь коям собачьим? Нам надо просто блюдце. А мне кажется, просто надо несколько блюд ебануть. И все их захавать разом. И напитки. И напитки, да. Ну сейчас попробую что-то покрафтить. А ули чё, с улями чё вопрос? С улями надо банки фармить. Так, 1800, ладно, хуй с ним, поворачиваем. На то нас заебет, он на 1800 переспавнился, блядь, гандон. Банки вот эти, которые как раз таки у матери спавнятся. Вот эти банки нужно делать. А из чего они делаются? А это из пчел, что ли? Ловить сачком пчел. У тебя получается банки из пчел. Давай я посмотрю, сколько штук надо. Банк. Нам надо еще 6, правильно? На одну идет 15 банок. 15 умножить на 6. А что, куда все банки подевались? Мы же после того, как у нас уже ульи были, мы еще банки приносили. Ты уверен, что нигде нету банки, их? Да, банки вот лежат здесь. Где? Их 18 вот здесь. А, их 18, да. А нам надо? 15 еще... на одну. Ебать! Я понял, нахуй. Надо этот закидывать хуйню. Ой, батарейку на поменяй. Пошу батарейку поменяю. Ага. Я большую поставлю, пусть большая хуярит его. Ну. Чтобы подольше было. Так, нужны стрелы. Дохуя стрел, чтобы мамку завалить, если она будет.
короче. 60, даже, нахуй, может, 90, наверное, или сколько они там. Ну, 70, короче, штук, да. У нас есть сейчас 30, 41 штука. Блять, топливо кончилось. Я... А можешь мне капли принести? Нам, короче, чтобы скрафтить электрическую плавильню, надо глину. Десять глины надо. Глиномесы? Таблетку выпил? Островок. Что, на островок загоняем? Так, я пока крафчу. Ты можешь загонять. Угу. Там как раз можно глину, кстати, залутать на дне. Бать, хуй нас сносит, ебище. Можно с камнем ебаным летит тварь, блять. И нахуй. Че, старый рюкзак просто исчез? Нет. Я его выложил потом. А у меня он исчез. Игру сломала, получается. Титан, титан, стекло. Сейчас пока это особо нет вообще смысла что-то выбирать, что оставлять, что не оставлять, надо брать все сейчас нахуй. Нужно все, блять. Как только будет выполнено достижение, мол, покрашено 1000, все, на прокраску можно, на краску можно положить хуй. У тебя кокосы не остались? Не-а, я все схавал. Не падай! Ублюдок.
Даже чтобы сделать блюдо, нам по-любому надо либо рыбачить. Так. И нам по-любому нужны либо ягоды, вот эти вот розовые, так. Либо со дна такие голубые эти водоросли. Короче, надо дохуя и всего. Deal or not deal? Вот, и еще, как вариант, знаешь, что купить приправы можно. Тут, кстати, есть да, магазинчик. Да, я смогу напитки сделать, парочку штук. Можешь взять это, бабки все, которые есть, прийти сюда, собрать магазинчики, что может купить получится. Ага, сейчас, сейчас, посажу ананасы. Это маска! Сюда, а блядь. Нужен мусор или бабки? Я просто ни разу не покупала. А чего у нас сколько? Мусора 11, бабок 23. Все, все бери, все бери. Там вообще по факту то нужно все, да. Я предлагаю оставить немного этих монеток, чтобы наживку купить. Ой, не монеток, а этих. Сейчас скажу, что надо. Мусор, мусор нужно. Нужно 5 мусора сейчас потратить, чтобы купить наживки, чтобы у нас было дохуя бабок. Этих обычных монеток. Можно, конечно, меньше, если прям гореть что-то будет купить. Но лучше наживку оставить, потому что иначе монетки просто кончатся. Жалко, не с самого начала я записывать стал. А нужно экспертную наживку, да? Да, да, самую последнюю. Хуёво. Почему? Потому что я купила обычную. Но я купила и ту, короче. И немножко этих приправ. Сколько ты купила крутой наживки? 8. И 12 обычной? 20 обычные. Блядь. И она тоже стоила один мусор на этот? Да, тоже один мусор. Бля. Неловко. Ладно, похуй. А, ты не смотрел, здесь у острова есть... глина или это? Ну, глину, да, я уже нарыл немножечко. И серебряные водоросли. Серебряные водоросли не чекал. Я не спускался в воду, я в этом, в пещере нарыл. Ягоды красные, 2 штуки есть сейчас. Угу. Нужен лук. Лук нужен. Наживку в твой сундук положим. Лук. Сейчас сделаем. Лук не сделал. А, нет, сейчас.
Так, сейчас меня, наверное, акула цапнет, блядь. Естественно, ебать тебя в сраку, блядь. Твари нахуй. Сучий животный мир, блядь. Второй-то там поставил. Что, блядь, здесь кожа делает? Сок лианы, картофель готовый. Что за хуйня? Не знаю. Сок лианы я не помню, если честно, куда класть. Уже сюда. Так, чем мы уебываем? Надо идти чуть-чуть на острове. Ну, все получается. Раз съебываемся, нахуй. То надо за сегодня до мамки добраться, блядь. Сучка ебаная, иди ты нахуй, блядь, тварь ебаная. Ой, да, пристань. Ой, причал этот. Закрыть. Все, едем. 1.5 километра до острова. Так, что по луку-то сделать? Здесь есть? Нет? Сделала? Не сделала? Там реально переплавливается. Сейчас почекаю. А это что такое? Пока порыбачу, пока плывем. Не, подожди. Надо закинуть краску, переделываться, а то дохуя этих цветков принес. Лук в твой сундук скину. Ага. Короче, по идее, пока все плохо. Рыбачить надо? Да, нам нужна причем обычная рыба. Да. Нам все равно сейчас очень много плавать надо будет. Так что, думаю, рыбалка это самое то. Все равно пока АФК стоим.
А чё, у нас деревья-то не приносят еду, вот которые сейчас растут? Или приносят? Бананы только, да, наверное? Фрукты только, да. В основном бананы, кокосы. Там, ну, этого всего у нас есть пока что. Этого хватит на крафт. Короче, из того, что нам надо, это вот серебряные водоросли, ягоды красные вот эти. Блядь, на том острове это водоросли не посмотрел. Ты смотрела водоросли, нет? Не плавала? Нет, нет, не плавала. Блядь, надо было водоросли посмотреть. Тогда я забыл. Грибов у нас мало осталось. Кстати, грибы есть на том острове с мамкой. Ну, есть там, то есть минимум 3 штуки, блядь, точно. Ты знаешь, что надо убивать? Вот этих вот, которые... перья, которые дают. Птичек? Да. А зачем? Из-за перьев или из-за курицы? Из-за курицы. Ну, я сейчас не вижу, но я думаю, что там 1-2 точно сидит сейчас. Короче, знаешь, что? Вот тут есть блюда, которые обычные, да, просто вот блюда. Uh-huh. А есть блюда со звездочкой. И я вот думаю, что нужно съесть, которые со звездочкой. Они бафы дают, да? Есть, да, есть такая. Yeah. Вот синие, да, которые мы нашли. Здесь получается 3 блюда со звездочкой и 2 напитка со звездочкой. Я думаю, что вот если их сожрать, то ачивку дадут. Ну, на достижение можно спокойно уже гуглить смело. Типа, как, что сделать, чтобы получить достижение. Ну, давай сейчас загуглим. В этом уже никакой проблемы нет. Сам факт выполнения достижения уже заебывает, блядь. А то, что еще догадаться, как его выполнить, идите вы нахуй, блядь. Откопать 8 картин в кладах. А также выкупить 5 картин по 2 жетона на острове Таганроа. И установить их на плоту. Классно. Так, островок. Островок есть, надо обыскать его. Найти белую доску в верхнем помещении на вышке острова радио... на острове радиовышка. Это скрытое достижение. Оно у нас не выполнено или выполнено? Оно скрытое, я не знаю. Найти все тайники щипача, которые помечены красной буквой G. Это точно не выполнено. У меня она не выполнена. О, блядь! Мы въебались в остров. Курицу, которая кидается камнями, надо убить. Я знаю. 10 раз. Посмотри 50. Про рецепты, пожалуйста. Будем идти последовательно. Мне вся информация нужна, мне нужны только рецепты сейчас. Я понимаю, что там дохуя достижений. То есть на все кидаться ничего не сделаешь. Активируйте на себе все положительные эффекты от еды и напитков одновременно. Так. Больше ничего не написано, но вот если отдельно загуглить чисто вот это достижение. Да. Здесь вот чел пишет, чтобы получить достижение, нужно съесть два напитка и 3 блюда. И вот приложены эти фотографии со звездочками блюд. Ну, которые у нас есть, да? Да. Сюда заявись. Вот их надо приготовить. Блять, а если типа один из нас съест, то обои достижения будет заработано или нет? Да обои же по логике должно быть. Наши все у обоих работают. Это может работать как с краской. Блять, может быть, с иглой. Тупое говно тупого говна. Пятьдесят фейерверков запустить. Охуеть. А из чего они крафтят?
Хуёвый клад. Хуёвых кладов не бывает. Бывает. Хуёвый кладоискатель. Справедливо? Пиздец, как справедливо, брат. Так. Так, теперь надо по дну прогуляться. Синие водоросли. Там нахуй сучка такая, блядь. Сосать, блядь. Сосать, сосать, пьянь, бай, нахуй, блядь. Швабра, шлёндра. Так, ты сейчас что делаешь? Загружаю мусор. Угу. А что? Это просто надо дно обыскать. Акула мешает. Ты хочешь, чтобы я ее убила, да? Ну-ну. Или хотя бы просто там поагрила ее на себя, чтобы она меня не доебывала. Окей, давай, агрю. Только она к тебе все равно плывет. Сука тупая, блядь. Сейчас я всплыву. Сейчас тебя должна. Я пошел, она пока с другой стороны острова плаваю. Вот развлекайтесь. Развлекайтесь, думаю, девочки. По-любому надо эту рыбку желтую лутать. Да. Чтобы фейерверки крафтить. Но нам ее, в принципе, надо убивать. Там достижение есть на 50 штук. Еще одну. А я думала, это на ту, которая... И на ту тоже. Тут каждого моба надо убить 50 раз. Ага. Так, ну я убила акулу, лутать пока я не буду. Ага. Только надо не забыть, блядь. Нехуй уплывем. Надо, наверное, погуглить, на каких островах спаунится этот серебряная хуйня. На каких островах? Угу. Что здесь я не вижу. Да, мне кажется, там большой остров должен быть. Ну, вот такой же, например, но большой. Как вот прошлый был, например. Прошлый, мне кажется, был в Сине. Просто маленький остров. Может, лутать акулу. Ёбываем нахуй. Больше нехуй ловить. Сейчас. Блять, вот прикольно было бы еще, если ты наводишься на какой-то предмет, который можешь добыть, писалось бы, что ты добываешь, блять. А то вот эта хуйня, подходишь к камню, и, блять, нихуя непонятно, что это за камень, блять, то ли камень, то ли железо, то ли, блять, залупа, блять, коня. Хуя непонятно. Особенно в темноте, блять. Можно плыть. Чё завожу? Так, что нам надо? Мы прям плывем, прям плывем. Восемьсот тридцать шесть метров осталось, кстати. Так, что по луку? В своем сундуке. Есть, вижу. Так, слушай, еда, которую можно найти на дне океана поблизости с иглобрюхом. Ничего не понял. Ну, вот этот вот, который желтый. Желтая рыбка.
маленькая, взрывается, которая. А, ну это зеленые острова, да, большие, на них спавнится. Вот, она спавнится на больших островах, на острове Васагатан 2 водоросли, на острове Капитана 3 водоросли. Самое большое по 5 водорослей на больших островах. Окей. Так, а по стрелам что? Есть где-то? Нет, сейчас сделаем стрелы. Надо 30-ку. Этого хватит. Блядь, надо, короче, сделать один сундук с шмотками, которые типа веревка, доска, пластик, пальмовый лист, камень. Чтобы приходить туда скидывать, а потом по 50 сундуков, блядь, по 2 штуки не скидывать туда, нахуй. Что-то мне это заебало уже до сюда бегать, блядь, по этим сундучкам. Ну, кто я прям еще полный, блядь. Они просто полные, блядь, и никогда непонятно, то ли они полные, то ли они не полные, блядь. Подходишь там. Знаешь, что сделать? Я могу наверх поставить 2 обычных сундука, а титановый вниз поставить, туда это дропать будем. Типа суммарный мусор весь? Угу. Ну, вот то, что перечислил. Так, а куда у нас идет водоросли, блядь? Куда они кладутся вообще? Нихуя не понимаю. Водоросли, вот перья, шерсть, в нижнем. Ага, ящике. Увидел. Опа, кстати. Вот и нашлась. Вот эта хуйня. Мы сейчас въебемся? Нет, еще не въебемся. Что, по стрелам? Дропнуло в твой сундук. Угу. К острову мы уже подплыли. Мне главное, чтобы эта проститутка была там, нахуй. Блять, тварь. Твар! Едем нахуй. Едем нахуй, не стоим нахуй. Блин, мы стоим, блядь. Тебя чё, блядь, надо, сука, ногой пнуть нахуй, чтобы ты поехал, урод ебаный, блядь. Чтобы больше нахуй. Такой хуйни не было нахуй. А где у нас? А что у нас? Где все стейки-то, блядь? Или это все то, что жарилось тогда, а ничего где? Или ты их у себя их таскаешь? У меня 9 штук. А, все, понял тогда. Блядь! Нормально, нормально, пилот на... Сука, блядь, чтоб нахуй! Пиздец. Выплывем? Нихуя не выплыл, просто вперед, если дать. О, вперед дать, блядь. Ну это, блядь, просто пилот, блядь, Формула-1, нахуй, за рулем, блядь. На это решить любую проблему, нахуй. Ебу, как говорится, не глядя, нахуй. Ля летим, пиздец. А можешь краску загрузить, если там нету ничего? Угу. Я там притащил листков немного. Так, ну ладно. Пойду я за матерью. Выебу ее. Это один пойдешь?
Ну, можешь со мной, в принципе. Просто луки стрелы-то у меня. У тебя есть стрелы и лук? Да. А ну погнали тогда. О, как раз рассвет. Охуительно. А, ну, блядь. Ладно, пошли, похуй. Просто ее может не быть, блядь, заряд вдвоем сбегаем. Сейчас единственная хуйня, с которой проблема. В остальном похуй. Пизда. Нету. Не. Блять, придется свое проходить, свое запускать. Сука, блять. Ну и говно ебаное, конечно, блять. Блять, параша ебучая нахуй. Обидно. Она, мне кажется, уже не заспавнится. Блять, хули там писали, что она спавнится, блять, обратно нахуй, если накормить. Гондоны, блять. Ладно, похуй, пошли тогда эти, что ли, банки подбываем. Сачки надо взять. Сачки, да медведей поубивать, блять. Сейчас, сейчас, блять, такое положение, что любое действие, в принципе, приближает к выполнению достижения, блять. Практически. Так, я отойду на 5 минут. Ну, я пока пойду, это полутора остров. Еды нет. А нет еды. Не скучай. Не говори мне лишних слов. Надо губки помазать. Я обветрились. Ой, я прыгун, блядь. Ударов? Что за бред, блядь? Извините. Вот сюда. Я еще сюда иди, блядь, я еще.
Нахуй отсюда. Ой, блядь. Kill the fucking bear. Блядь. Он топал нахуй. Ебало тебя разбить, дурак? Тут что-то было? Что они? Я не понимаю. Я не понимаю, что-то пикает, чирикает, черемякает, блядь. Не понимаю нахуй. Сложно. Тупой. Я охочусь на медведей, пчел. Блядь, какие пики? Аги-ваги или киси-миси, или как это называется. Жду третью главу по Playtime. Не скучай. Мишанька! Мишанька! Выходи, гандон, блядь. Ебать тебя буду. Бля, Миша, ты заебал реально на. Ну что за гандон, блядь? Выйди нахуй, поиграй со мной, сучара ты ебаная, блядь. Блядь, перекрыто нахуй. О, Мишутка, здорово, блядь. Ну ебать тебя рот нахуй. Тебя, блядь. Ебать, тютелька в тютельку нахуй. 10 ударов, 10 прочности осталось. Да, мой работяга, блядь. Сегодняшнего дня. Ты уволен, нахуй! Опа, нашлись, суки. А, ну, блядь, так они не по одной вспармятся, блядь. Я думал, их по одной будет. Дядя, не надо! Ты чё кричишь? С медведем пижусь. Я послушаю, что ваша Наташа. Я Мишу искал. О, Мишаня! Вот так вот орал. Долбоёб.
А, нахуй, долбоёбы. Разъебал! За нахуй это собираю? Просто потому что могу ебать. А здесь нет магазина? Mm-mm. Это сюжетный остров. Не только на таких, на обычных. К сожалению. Что весьма странно. Так вы могли всякой хуйни понапихать просто на квестовый остров? Да. Mm-hmm. Типа, блядь, приплыл на него и знаю, что тут вот эта вот всякая хуйня есть. Бля, вот сейчас такой ходишь, смотришь, да, вот, ну, типа, вот на это все пройдено, и такой думаешь, блядь, вот бы разрабы еще главу выпустили, нахуй, с кучей островов, нахуй. Вот это они было же бы вроде классно. Raft 2 заносили, нет? Ну, бля, Raft 2 это уже другая игра все-таки. Ну, а так бы именно вот тут продолжать, там, развиваться вся хуйня. Подожди. Подожди, не спеши, нахуй. Думаешь, покормишь, она прибежит? Может быть, вполне. Надо еще найти. Еще есть кусты, нахуй. Как они выглядят, блядь. Бля, они зеленые такие, сука. Я, короче, покорбачу, чтобы еду потом сделать. Угу. Как раз рыба нужна такая. Ну, окей. Еще один мишка есть. Я бы сначала... А мы на каком острове находимся? Бальбоа. Бальбоа. Рокки Бальбоа. Уа, уа. Ты чё, вообще долбоёб? Кто? Я? Может, ты? Нет, да она даже не кладется туда, сука, блядь, сука. Пиздец, буду проходить рафт, чтобы ёбнуть мать. Как бы это глупо не звучало. Я могу тебе помочь. Типа next новую запустим вместе. Думаешь, есть смысл? Ну, типа вдвоем. Я просто проспидранил до того, да и все. Так, так быстрее будет, нет? А чем быстрее это, блядь? Типа то, что шмотки с крюком поднимать быстрее будет? Ну, типа того, да. Мне как раз нужна будет ачивка. Ну, не впадло, так погнали. Я бы просто, видишь... типа, чтоб не ждать, когда вместе будем, я бы, ну, просто запускал бы и проходил бы быстренько. Ну, можешь, типа, да. Пока ты как раз в отпуске, ты, мне кажется, за сутки это сделаешь. Ну, в смысле, вот, допустим, завтра подрубишь и... Вот, я тоже думал, просто с утра завтра как засесть, да и все нахуй. Ну, смотри сам. Я в любом случае, сколько успею сделать, вот с этим крюком, 5000-то я навряд ли успею выловить. Блять, прикинь, просто потом заходить. Так, ну сегодня 3 часа ловлю крюком хуйню. Uh-huh. Кайфуешь, блять. Просто сделать 2 сундука крюков нахуй и стоять хуярить их. Уёбище, прекрати ебать лес. Или как там, блять? Может загуглить, как можно заспавнить эту мамку ёбаную, блять. Я тебе говорила какую-нибудь команду прописать, чтобы ее отспавнить. Ой, я умер. Заново. Нет, не умер. Да, блядь, ебаная, блядь, сессия ебучая, блядь, которая не затриггерила мне, блядь, достижение, тварь ебаная. Хуйло, блядь. Как заспавнить мать в 74. Бля, пиздатый запрос.
Как заспавнить мать в 74? Солидный куш, нахуй. Так а чё, подожди, как мать-то заспавнить по итогу? Чё там по советам-то? Тут только советы, как убить. А именно отспавнить, как я не нашла пока. Как ачивка называется? Kill the Mama Bear. Так, по-моему, и называется. А, Slay the Mama Bear. Mother Lode. Как Лода, только Лоде. Ладно, уебываем туда отсюда. Так, что, есть идеи, куда направляться? На какие эти биомы? А там, подожди, там же вроде были эти какие-то скрытые. Не знаю ничего про скрытые, но вот нам нужны серебряные водоросли. На больших островах до 5 водорослей можно найти. Плюс там можно поубивать эту рыбу желтую. Это на самых первых, да? Ну, самых зеленых островах, которые. Да. А там ты говорила, что надо куда-то подняться и что-то достать, какую-то белую хуйню, или что? Да, как это достижение это... называется? Сейчас надо отмотать наверх. Подожди, а у нас открыты достижения? Сейчас я тебе скину, чтобы проще было. А сама буду искать с эту штуку, куда подняться надо, ладно? Mm-hmm. Так, в Discord. А, find the whiteboard. И у нас есть достижение. Найти белую доску. А. Это есть у нас хуйня. Белую доску, да, есть. Mm-hmm. Все, тогда я не буду ничего искать. Вот я тебе скинула 3 скрытых ачив. А, 2 скрытых. Почему 2? У нас же 5 их. Да, это... Они там поделены на куски, и вот, типа, тут 2 есть. Они у нас есть или нет? Смотри, найти остров с потерпевшим крушение самолетом, по-моему, мы находили. У нас же шапка еще была капитана. Да, есть такое. Вот о, капитан, мой капитан у нас точно нету, потому что там дается фуражка. Капитанская у нас ее нету. И вот Ладж Ланмаси... Ахой, вот этого что-то не понимаю. По-моему, этого... Остров Капитана — уникальный небольшой остров, который можно встретить во время свободного плавания на любом этапе игры. Вероятность встретить этот остров — 2%. Ладж Ланмаси Ахой у нас есть. И Грейт Лайнинг у нас есть. Капитанский остров нужен. 2%. Нормально. Поехали нахуй. Я узнаю, мое везение это, блядь, просто нахуй. Такое везение, блядь. Я умру нахуй в рафте. Скрин. Просто сдохну, как падали здесь, блядь. Ладно, я Радио Тавр ставлю. 84-71. У нас еще, короче, есть достижение. Мы не всю историю с Ледового острова собрали. Мы не все записки с него спиздили. Да, вижу. Темперенс, да? Да. И еще знаешь что? Кэш-коллектор. Ну, я понял, да-да-да. Locate, Grabber, Cash, Son, Varuda, Point. Это надо эти искать клады с буквой Г помеченные. Угу. Можно их, в принципе, загуглить. Поехали тогда туда, Varuda Point. Может, его да выполним, да и все на сегодня? Да, давай. Так, Varuda Point, 14.25. Умереть 25 раз — скрытое достижение. Так, а теперь загугли, как узнать, сколько раз ты умер. Блять. Потому что мы 0 раз умерли из-за того, что мы не ресались. А... Это надо, короче, видимо, с пустым инвентарем надо делать. Ну давай сейчас загуглим. Что нам скажут?
Короче, умираешь и резаешься. Угу. И делать это надо с пустым инвентарем. Так, а что, может, у тебя уже сколько-то смертей же есть, получается? Одна, наверное. Остальные ты разы ты меня поднимал. Ну, может, максимум 2-3. Что, может, пока плывем это самое? Акула, акуле дашь победить? Так, а я могу поумирать, но... А я буду резаться в кровати, да? Да. Да, давай. Нам все равно 1800 плыть. Посмотрим, может, мне тоже дадут эту ачивку? Мало ли. Нет, инвентарь себе дропнуть надо. Я дропну его... Только этот и рюкзак, и все скинь на всякий случай, ну его нахуй. Да, да, да. Можешь, в принципе, даже не от акулы, просто тонуть, похуй. Сейчас вылежу все. Все, плывем. О, можно на парусе, кстати, плыть. Пока тогда на парусе мы плывем, пока ачивки выполняем. Пока пойду наживку потрачу немножечко. Так, отсчет пошел. От акулы быстрее умирать. Два. От акулы серьезно быстрее? Ну, быстрее, чем тонуть. Она тебя два раза кусает, ты умираешь. Потому что ты встаешь не с полным хп. А, норм, норм. Два. Надо потом загуглить, где находятся записки у Temperance. Просто по ним пройтись по всем точкам. Чтобы не ебаться сильно. Что там еще интересного было? Мы из магазинов оттуда все купили, не помнишь? По-моему, же все, да, купили там. Мне кажется, мы какой-то декор не докупили. Можно вот туда декор еще проверить. Там, по-моему, больше нехуй делать на этом острове. Только декор и записки. Он большой, но он особо на этой на активности не богат. Блять, а все мне дали ачивку All Ocean Cemetery. Тебе не дали ачивку? А что это за ачивка? Как раз вот на 25 смертей. Ты что, уже 20 раз помирала, что ли? Я 5 умерла. Значит, 20 раз я уже помирала. Может, это считается все-таки просто упасть? Ну, ты же не 20 раз умирала, 100%. Да, да, да. Значит, упасть считается. Мне не дали. Ладно, иди туда, рыбачь, я пошла, да, поумираю, пока мы плывем. Сейчас я выложу все шмотки тоже. Ну, или там занимайся чем хочешь, я, пожалуй, поумираю пока. Я пока еще почитаю, что есть. Погрузиться под воду на 100 метров. Это есть достижение. Это скрытое. Мы это получили, когда ныряли глубоко, помнишь? Ага. Но у нас есть. Блять. Хотел в твой сундук запихать шмотки. Смотри, у тебя там твои шмотки лежат, блять. Так, поехали. Сейчас я заберу все. А ты уже выложился. Так, я жду, что сюда я все положил. Сейчас посмотрим, сколько раз я падал. У тебя было 20, да? Давай, дура, жри меня, блядь. Я уже ктулху. На нахуй, мир сохранен. Так, сдайте перезапуститься, да?
Да. Раз. Я в гамаке вообще нахуй проснулся, как бомжара ебаный, блядь. Ой, блядь. Ну, знаешь, что еще куда? Под куполом туда съездить и роботов поубивать. Ну, это я говорю, типа, когда надо будет останутся это, ну, только вот эти убить, там уже пойдем по порядку их пиздящих всех. Ну, и на островах, где мы находимся в целом. Два. Ну, из таких, что еще, вот я тут смотрю, это 50 фейерверков. Это рыбу будем убивать там уже, на фарме ее. Порох все равно дохуя надо. Да, пороха много надо. Три. Я блевань тебе. Блядь, ну что так далеко плаваешь, сука? Иди сюда нахуй. Она, блядь, не отплывает от меня. Дура, иди сюда нахуй. Блядь, она реально от меня уплывает. Ебанутая? Хеллоу, тварь. Так, это что, четвертый, пятый будет? Хуй поймешь. Я блядь, сбился к хуям собачьим. Пусть будет 4 раза, я помер. 5. Хорошо, хоть рисует не на втором этаже, да? Ну. А поднимись наверх, выключи этот пищалку, которая показывает путь, и посмотри сразу, сколько до этого, до локации осталось. Блять, эта тупая пизда еще и промахивается, блять. Ну что ты, сука, тварь, промахивалась, блять. Когда мы деремся с тобой, гниль ебаная. Еще 300, а выключить как? А просто на монитор я нажми. Чтоб просто батарейка не тратилась лишний раз. Короче, я сбился, по-моему, 7. Бля, пиздец, когда плаваешь там где-нибудь, что-то пытаешься под водой сделать, ебать, кислорода не хватает, блядь. А как надо сдохнуть, так его ебать дохуище. Да. Надо всегда, короче, когда ты плываешь, думать, блядь, быстрее кислород закончится, хочу умереть нахуй. От обратного пойдем, блядь. Вроде 9, а может 10. Если бы я... О, а если я, например, пластик один возьму? Что интересно, он пропадет или нет? Две третьих. Че, сколько, Саш? 33% шанс, что пропадет. А нахуй. Че, как думаешь, пропадет, нет? Быстрее. Пропадет. Так. Не пропал. А, нет, пропал. Сука! Сука! 11. Ебать, это что, блядь? Там остров? Где? Ёбаный рот, ебать, я испугался. Тормози лодку, остров, тормози лодку, пожалуйста. А как, она же наверху. Так наверх, блядь. Я бегу. Так, где акула, сейчас еще раз меня ебанет. А нахуй. Все, стоим. Ебись.
Надо еще спускаться всегда по зиплайну, потому что там ачивка типа проехать 1000 метров. Есть такое. Но это можно на этот? Куда там? На этот? Крестики на острове, это где Гэта буквы, блядь. Там же тоже все в зиплайнах. На них тоже можно покататься. Чисто бегать туда по кругу. Нет, блядь, там ебучий паркур. Я буду кому, на блядь? Нашем корабле обузить. Ты что, там не так много паркура? Там по лесенкам все, какой нахуй паркур, ты что? Нет, там этот. Бля, сгоняй на остров, посмотри, что там есть. Я пока поумираю. У акул на себя поагрю. Окей, сейчас пожру тоже. Блять, я отрегенился, чуть-чуть писечка осталась на последнюю тычку. Блять, под водой, вот эта земля от острова, блять, она так крипово выглядит. Я просто такой, понимаешь, под водой такой плаваю, боком поворачиваюсь, и просто махина огромная, блять. Ебать. Такая хуйня. Попробую доплыть, короче, до конца крюка. О, не крюка, а якоря. Он, короче, не уходит вглубь. Он просто посреди это, посреди воды зависает и все. Так и было с прошлым. Такие разрабы гондоны, конечно, блядь. Нихуя, акула почти вертикально плывет, блядь. А что тут одни цветы? Собирай, собирай цветы. Цветы собираю, но... фрукты собираю. Ну все собирай там, да хуя место-то сейчас. Все понадобится. Да, акулу не вижу. Стерва, ты где? Ты, короче, на поверхности где-то умирать, блядь. Ты тупая пизда уплывает, блядь. Потом за ней еще идти, блядь, плыви, ищи, нахуй, свищи, дрочи, блядь. Ешь, молись, люби, нахуй. Быстрее, сука. Интересно, когда крюком руду добываешь, считается, типа, что ты выловил? Не, мне кажется, нет. Все, можно плыть. Поднимаю якорь? Да. Я все равно в кроватке встану. Я fast travel. Нихуя, эта башка альфа так светится из-за яда своего. Прикольно. Как будто люминесцентная. Эта, которая досветилась, тоже светится. Да. Да, прикольно, у нас такая трофейная доска получается. Мне нравится. Вот эти еще, которые пустые, еще снять нахуй. Да, и те подвинуть. Угу. Можно, конечно, еще этого. А, еще ведь одна доска будет на этого, которая птица. Ее же убить да, можно. Да, да, птицу мы еще ни разу не убивали. Да. А ее там, по-моему, тоже 50 раз убить надо. Угу. Ее просто, блядь, на нее стрел дохуя надо. Типа в нее надо попадать стрелой, чтобы убить. Она когда садится, ты ее толком в нее не попадешь, она уже далеко уходит. Поэтому она, когда она подлетает... Ее... Да ты че, дура тупая, ты грызи меня, блядь, пизда вонючая, нахуй. Ну 15 раз я уже точно сделал, нахуй. Блядь, не туда. У нас, сука, стена синяя, блядь, я всегда в стену иду, нахуй, вместо воды. Это черви, блядь, плавают. Что ты такое, уебище? У меня еще, короче, хуёво. То, что, например, действия, которые совершаю, они у меня в самих достижениях в стиме не отображаются из-за того, что я, типа, у тебя нахожусь. То есть, когда я выйду у тебя из игры, они обновятся. А в реальном времени они не обновляются нихуя. Поэтому я сейчас, например, может, никак не могу уже... Может, у тебя уже сделалась ачивка? Не, достижение это вылазит. Просто я не могу контролировать сам прогресс. Mm-hmm. Вот тоже с покраской было, когда... Помнишь, я говорил то, что не, нихуя не работает? Mm-hmm. Ну, типа, не добавляется почему-то. Вот я вышел, у меня там прибавилось, как только из игры вышел. Я посмотрел еще раз, там хуяк присунулось. И достижение я тоже получил. И достижение само, типа, которое... Сколько там, 1000, да? Оно тоже обновилось. Стало 200 ровно, и все, и дальше не увеличивалось.
О, изи. Все, сюда нахуй. Это было скрытое, да? Нет, не скрытое, блядь. Нет, это не скрытое было. По-моему, это обычное было. Так, у нас получается скрытый что? Это капитанский остров найти? И еще четыре каких-то. Это с тотемами второй, 100%? Да. И еще три, каких-то скрытых. Давай смотрю. Это было скрытое, умереть 25 раз. Нет, потому что было 5, осталось 5. Это не скрытое. А на сайте написано, что скрытое. Странно. Нет, у меня 4 осталось, я обновила сейчас страницу. А, может тоже обновить, но нахуй. А, да, 4, да. Так, ладно, 2 есть, еще 2 надо. А, так может у меня и там обновилось тогда? Покраска может тоже обновилась? Ну-ка. Смотри, давайте все скрытые почитаем. Давай. Выучить все рецепты крафта из посылок. Сделано. Инноватор. Есть такое. Дальше. Попасть в секретную комнату на минус 20 этаже в лифте, ведущем из Платанции на сюжетном острове Таганрога. Есть такое было. Мы залезли в него. Попасть в секретную комнату в головоломке с контейнерами на сюжетном острове Тангароа. Боксет Ин называется. А первая как называется еще раз? Которая тоже на Тангароа. You should not be here. Кинула тебе фотку, если ты не понял мой английский. Не-не, я понял. Просто, походу... Вот, you should not be here. Есть, да-да-да. Это получение 8 ноября. Так. Так, а второй box it in. Нет, этого нету. Вот, это третье. Это Тангароа тоже, значит. И еще четвертое осталось. Так, сейчас давай смотрим дальше. А, погрузиться в воду на 100 метров есть, правильно понимаю? Угу. Умереть 25 раз. Есть. Найти остров с потерпевшим крушение кораблем. Ну вот, это вот корабль, остров, раз. А, что там еще? Тангароа, два. Угу. Так, ввести правильный код на самой верхушке башни на острове Тангароа. Как? Говори просто название этого. Лаунч и нити. Есть. Это типа сюжетное. Плинк. Звонок изображен. Нажать звонок велосипеда на острове Бальбоа. Плинк, одно слово. Я понял. Есть. Забрать лампы. Так, Тини Литл Мюрдерер. Человечек изображен. Забрать лампочку с манекена на острове Бальбоа. Не могу сказать точно, но, по-моему, есть. Давай я посмотрю. А как называется? Тини Литл Мёрдерер? Да. Есть такое. Дальше. Бутлик Фаерворкс. Бомб написано на картинке. Да, есть такое. Бомб. Тоже есть такое. Из The Utopia. Есть такое. Это последнее самое было достижение. Так. Инструменталист. Есть такое. Артистик коллекшн. Это, по-моему, всех этих открыть, нет? Сейчас посмотрим. Откопать 8 картин в кладах.
Вот этого нету, скорее всего, еще одного. Так, подожди. Artistic Collections. Остров с капитаном. Тотемы. И что-то еще одно. Тоже проговаривали, по-моему. И этот... Box it in. Попасть в секретную комнату в головоломке с контейнерами. Да, вот все четыре достижения. Вот они и есть. Вот они и есть. Поздравляю вас, коллега. Мы раскрыли тайну нахуй. Подожди, а чё, ты кладоискатель забрала, что ли, или куда он делся? Нет, у меня ничего нету. Куда скинул, нахуй? А вот и где скинул. Так, чё, мы гэшки пошли откапывать, да? У меня просадки какие-то возникают, блядь. У меня тоже было. Ёб твою мать. Подожди, не понял. Понял нахуй. А, блядь, Ворона Пойнт, сука, это где мегалодон был, блядь, это под водой, ёб твою мать. А ты куда плыл? Я думал, это где зиплайны, блядь. Я что-то был уверен, что это к зиплайнам, нахуй. Надо загуглить это, что за locate all grabbers catches. Ну, типа, где их искать. Понятно, что буква ЕГЭ, но что по факту мы должны искать-то? Вообще, в целом. Сейчас загуглим. Ебать, у нас кухня, конечно, ебейшая, блядь. Блядь, еще и заглохли. Чем? В смысле ебейшая, типа пиздата? Да. Ну, заходишь, такой, будто реально какая-то столовка, блядь. Типа, ну, не то, что пустое место, а реально столы, блядь. Тут вон бар, нахуй, блядь, столики, холодильники, плиты, блядь, вообще охуеешь. В ресторанах таких нет. А кафешка. Ой.
Я с Уральска, мне похуй. Что-то хуйня, блядь. Так, что там? Гуглю. Угу. Можно было, кстати, рыбок этих попиздить. Их 16. Ты же чувствуешь, да, насколько это приятно будет, блядь? Хотя бы здесь в комментах пишут, что вообще для этого достижения не нужно находить все G. Только 4 G засчитываются в этом достижении. Вполне может быть, да, я не спорю. Есть такие достижения, в многих играх такая хуйня присутствует. Чтобы не заниматься дрочней, просто типа находишь 4 и все, достижение засчитывается. А там уже хочешь, не хочешь, типа лутай. Как тебе хочется, блядь. Возможно, вполне такая хуйня. 16 это слишком дохуя. Просто заебешься их искать. Так, давай самое это, блядь, кинь там, я хуй знает. Есть там хронология, где их можно найти? Или они просто рандомно понатыканы? Да. Ты что, у нас ласты есть, нет? По сути, они тут в каком-то такой вот логическом порядке расположены. Ну это понятно, вот какие там самые первые-то идут, где они находятся. Мы уже приплыли? Да, все, мы у этого. Можем спускаться в целом. Сейчас я посмотрю еще на одном сайте, может написано здесь. Угу. А что вообще, именно как это выглядит, что нам нужно найти? Типа нужно лут собирать возле него. Вот смотри, на другом сайте написано, вы можете найти расположение всех трех тайников. Охуительно. А здесь вот 15 штук на русском. Блять. Ладно, попробую сплавить, посмотрю. Давай это, я видосик гляну, 2 минуты. Ну я пока так просто сплаваю, посмотрю, может где-то поблизости. Вот вижу G, букву G, блять. Так, и чё нахуй? Ну поздравляю, как минимум одну мы залутали точно. Одна буква пустая. Короче, нужно лутать типа ящики возле нее. Ну, я тебе могу сказать, что одна у нас есть. Одну мы уже сделали. Да, короче, всего 4 тайника. Так, вот второй нашел, допустим. Нет, букв 16, а тайника 4, понял? Достаточно 4 найти, правильно? Да. Я тебе сейчас скажу. Первый тайник, он находится возле эскалатора. Там это, короче, никуда заплывать не надо. Сейчас мне надо отпиться, отъесть. Это на суше, правильно? Нет, это под водой. Нужно найти этот рабочий эскаватор. Эскалатор. Нет. Копает, который, как называется? Господи, прости. Все правильно. Эскаватор. Да-да-да. В некоторых государствах эскалатор. Хуй с ним, но это не важно. Это вот где-то возле медуз, что ли, по-моему. Ну-ка, и вот здесь сейчас. Так, я пока нашел только две джишки, их облутал. Во, я нашла эскаватор. Вот это первый тайник. Вот, лутай его. Сейчас я нашел две. Ну, лутанные уже все полностью. У них 16. Она надо именно конкретные, походу. Бля, это плохо. Ай, блядь, ты шо, рыба охуела? Стерва, блядь. Вот она, не облутанная. Может, сейчас дадут?
А, нихуя не дает. Так, вот тут еще одна джишка есть. Нихуя тут нету. Так, первый тайник я залутала, второй тайник. Короче, эта джишка находится где какой-то карман. Понял? Я, возможно, ее залутал. Это в здании под водой, правильно? Я не знаю, где, потому что тут вообще... Карман воздушный. Я про... Ты да, правильно? Воздушный. Да, я залутал. Я такую залутал одну. Вот только что. Может, на стриме глянуть? Ага. Стрим я покажу сейчас. Сейчас. Она не она? Нет, не она. Блять. Там этот карман-то ебучий. Нет, не тот. Дальше. Матерусь. Тоже не тот. Че, я найду ее? Толкан. Скорее всего, это оно, да, в здании. Вот, похоже на эту. Во! Сейчас смотрю. У меня задержка, видимо. Да, это она, стоп. Вот, я ее залутал. Все, она тоже пустая. Сто процентов. Угу. Так, третий тайник. Третий тайник находится на поверхности, не в воде. Так, этот на поверхности ты на себя бери. А, говори... нет, он не на поверхности. Где у нас ловушки были, помнишь? Помню. Туда и надо? Вот эти, да, к ловушкам, к этим. Блять, почему через окно выплыть нельзя? Ёбаный свет. Суки твари. Там прям дохуя залутать всего надо. Так, где следующее? Чё, говори пока следующее. Я попробую добраться. Где мы в первый раз мегалодона увидели? Он сломал дырку. Там еще столы такие стоят. Вот это следующий, короче. Короче, какое-то конченное видео сейчас другое найдет. Почему, блядь, нихуя не показывают, куда плывет? Так, я дошел до ловушек. Где там? Куда? Точно-то. Если ловушки. С хуй его знают. Да что за долбоёб нахуй? И второй уже точно такой же, не показывает. Так, ловушки. Сейчас тебе покажу. Не поймешь, куда он залез. Сейчас. Лови скрин. Так. По опознавательным знакам справа какая-то мусорка, машинка. Ну, я понял, но. Сейчас попробую. Ты пока смотри эти, которые, до которых можешь добраться сама. Я пока этот попробую найти. Я пока четвертый пойду посмотрю. Uh-huh. Он под водой, конечно. Щель надо закрыть. Так, еще посмотрим. Тут щель. Да, ночью вообще нихуя не видно. Так, ну еще одну джишку нашел. Тоже облутана.
Вот же ебаный ниндзя, нахуй, ни одной тычки не получил, блядь. Ебать, у меня сейчас нахуй глаз выпадет, нахуй. Хуй, я не вижу. Угу. Это что такое? Так, ну я... Никак нашел эту точку. Да, я нашел эту точку. Ну-ка. Там прям очень много нужно смотреть за ящиками, на ящиках. Я понял, я вот лутаю. Но это не облутана была точка, я вот ее собрал. Ну, которую я первую лутала, как будто тоже не облутана была. Ну вот, я облутал ее фул. Ну, я пока ищу четвертую. Тут на самом деле прям очевидно, что она какая-то особенная, потому что мне реально дохуище шмоток валяется, прям пиздец. Там сейф нашел? Да, сейф был. Я так понимаю, это прямое доказательство, да, что это верная хуйня? Да, там прям очень много. На видосе чел лутается минуту там целую. Минуту, не минуту, конечно, но много. Типа сейф я облутался, большие ящики я облутал, больше нихуя не вижу. Они прям в глаза бросаются, особенно ночью, не светятся прям. Больше нихуя нету. Я, наверное, пойду туда дальше, мало ли еще какие-нибудь тайники будут, блядь, тоже их облутаю заодно. Все равно уже зашел, блядь, почти до конца, или нет? Я без маски кислородной сейчас умру, походу. Блядь! Сука. Ловушка ебаная. Ну все, я выплыл, тут больше нехуй ловить. Я всплываю. Короче, нужен пролом в стене. Вот иди сюда, блин. Я его нашла, походу, но тут темно, ничего не видно, еще ебаного воздуха не хватает. Это, конечно, все заебись, но где-то я в душе не ебу. Пролом в стене, помнишь, мы находили? Его надо вот найти. С дузами или нет? Но медузы там есть в этом проломе? Нет. Так. Цветы пролом в стене рядышком. Он глубоко? Я, походу, нашла. А вон там есть какой-то. Достаточно глубоко. Но я могу просто сейчас отъехать. Из-за того, что здесь нет воздуха. Я залетел в какое-то окно с цветами. Хуй знает, то не то. Встанем. Я сейчас скрин скину, ты поймешь, про что. Если... Не, а я походу нашел. Я нашел, все, изи. Нашел. Сюда. Значит, я не тот пролом нашла. Все, мы залутали, да, чивочку? Не глядя, блядь, нашел нахуй. Сык. Ладно, сюда, выплываем нахуй отсюда. А, не, подожди, это что? Это у нас Варуна Пойнт. Нам больше там же ничего, тут ничего не надо. А, можно рыбок, кстати, полутать этих ёбнутых. Найти надо попробовать побольше. Надо маски, наверное. Я попробую поплавать еще, поискать их. Мы на месте плавать, чтобы обоим засчитывались, по тычке, чтобы оба давали. В смысле? Ну, то, что ты убиваешь, мне это не засчитывается. А ты что думаешь, если тычку даже засчитается? Я думал, надо именно убить. То, типа, первый шот, и тот, ну, точнее, последний шот, и тот и убивает, типа, считается, ему нет разве? Ну, надо это чекнуть будет. Бля, ебать, еще цветы вот эти все, они такие яркие, блядь. И нихуя из-за этого темноте вообще не видно, блядь. Потому что они такие яркие, блядь. Алло, кто меня куснул? Ебать, акула, здорово, нахуй, ты ёбнутая. Пизда мне. Да, я реально сейчас отъеду от акулы. Не, хорошо. Акула в здание не может пробраться. Пробуй через окошечки.
Не, нормально, я выжил. Боже, спасибо, что я всплыл там, где надо, блядь. Так, я на корабле. Ты где? На корабле. Найс. Ну, бля, лута пиздец на самом деле. То есть вот эта вот хуйня, она прям дохуя дает. У нас надо опустошать хранилище, где руда. Тут дохуя всяких шарниров, хуйниров, блядь. Их надо куда-то тратить. И места занимают очень много. Скрафти там что-нибудь хз. Что из них можно сделать-то, блядь? Три головы удильщика, блядь. Биотопливо, нахуй. 8 биотоплива, нихуя себе. Солидно. Так, 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 так. Осталось так. 8? Не-не, принес. Залутался этих хуевин. Это много, блядь. Так, что у меня есть? У меня есть барбекю и омлет с грибами. Это у нас, по-моему, все есть, да? Барбекю есть. Омлет с грибами есть. Нам надо еще, наверное, тоже загуглить рецепты. Чтобы понимать, все мы нашли, не все, чтобы потом их больше не таскать нахуй. Сразу выкидывать. Там же нет никакой ачивки, так что пофиг. Не, чтобы просто, например, если они выпали, то скидывать их нахуй. Или у нас все со звездочками, у нас рецепты уже есть, правильно я понимаю? Звездочками есть. А, да. Ну все, тогда хуй с ним. Нахуй, да, рецепты остальные. Нет смысла их подбирать. Вот, допустим, вот нам надо перец купить еще. Вот эту вот травку я не купила. Насытное жаркое. Блять, короче, из-за того, что арбуз был наполовину съеден, он не триггерился, и я не мог полноценный арбуз в стак запихать. Типа это считается отдельным объектом. Кайф. Игра хули доработана, блять. Кстати, у нас надо ачивку на 365 дней делать. А, да, тут циглы. Это надо, знаешь, что делать? Постоянно засыпать. Чтобы быстрее скипать ночь и чтобы быстрее день начинался. Есть такое, да. Ну, когда, короче, плавать будем, например, куда-то плывем долго, ночь наступает, можно скипать спокойно. Не париться. Так, что я хотел? Так, на выкинуть говно всякое. А чё, глину ты так и не принёс? Две штуки тут лежит. Так вот, это всё, что я нашёл. Я же этот не искал, типа, её. Прям задумкой, чтобы её найти. Просто попалась случайно. О, так у нас есть улучшенный очиститель биотоплива. Да. Нам не хватает. Да хуя чё, наверное. А нет, нам титан есть, пластик. Ладно, я пока запущу, чтобы мы дальше плыли. А нахуй, пусть мостик будет открыт всегда, блядь. Чё он нахуй, сильно не мешает. Все, обленился нахуй. Уже впадло, блядь, спускаться. Это ёбаный мостик опускать нахуй. Я знал, так, что до этого докатимся. Назад. Где топливо? Сейчас, подожди. Запущу, чтобы мы поплыли. Нам надо еще, короче, когда бегаешь по этому по кораблю, посматривай по сторонам, когда мы плывем. Мало ли остров какой-нибудь попадется. Сейчас на все острова смотреть, чтобы тот остров найти. 2% который. Так, че, кого? Чтобы его найти, нам надо не по сюжеткам плавать. Не, так мы же когда просто плывем, мы же этот. Можем наткнуться. Давай сноси эти штуки. А че я-то, блядь? Ну, просто... Хуя себе. Сразу соединил. Что там соединилось? Что-то с чем-то. Требуются сырые продукты. Так, все, вот он соединился. Подожди. Подожди, а нахуй. А, подожди, а с чем он должен соединиться-то, блядь? Я не знал, с чем-то же соединился. Пойду картошку принесу. Требуются сырые продукты.
Блять, а где все головы-то нахуй? Я ж 3 головы принес, блять. Так я уже сделала топливо из них. А, то есть сейчас эти хуйни пустые стояли, да? Скорее всего, да. Блять, ну ладно, пойду картоху какую-нибудь запихаю, хз. Я лутаю картошку, сейчас принесу. А, ну все, окей. Я просто нихуя не понимаю, он должен сейчас совсем соединиться или нет? Не совсем допираю до этого. Может, он просто уже, знаешь, типа сразу биотопливо делает без вот этой канистры ебаной? А, нет, требуется биотопливо, это бензобак, я правильно понимаю, для наших двигателей? Это бензобак, да. А вот, смотри, я гружу сюда картошку. Так. Ну, мало. Еще. Грузи. Все, больше нет ничего. Блять. Да, блядь. Все, фул. Что, он не работает? Ему батарейку надо или что? Требуется мед. Сюда мед нужен. Мёд, вот сюда. Давай, сейчас зальем. Так. Ну, здесь вот, наверное, наполняться будет. И автоматически поступать, наверное, вот сюда, в этот бак. А нужен ли нам бак? Ну, конечно. А зачем? В бак у нас поступает биотопливо. А если у нас здесь будет делаться биотопливо, нахуй нам бак? Логично. Ну, давай занесем его. Надо, наверное... Блядь, мы уже загрузились, сука. Просто непонятно, что дает вот эта хуйня-то. Она же биотопливо создает, правильно я понимаю? Да-да-да, вот здесь оно должно заполняться, вот шкала. Допустим, если оно перетекает сразу сюда. Предположим, да? Блядь, нихуя не понимаю. У нас просто соединены сейчас и двигатели, и бензобак. Да, оно сразу соединилось. Но у нас нету такого, что у нас типа проходной двор будет в этом бензобаке. Значит, у нас должно быть прямое соединение с бензобаком. Тогда к чему должен быть подключен этот хуй? К баку его подключить нельзя, потому что к баку пойдет в двигатели. Значит, из него сразу в двигатели поступает, значит, бак можно убрать. Ну-ка, убирай его нахуй. Так, что у нас там? Они, может, заполняются, блядь? Двигатели? Где у нас тут? Баки на нуле... Ой, эти двигателя почти на нулях. Ну, ждем тогда. Угу. Потому что здесь начала шкала заполняться, и, типа, она ушла куда-то. Так, только тут так, тут так. Тут так. Это, получается, лишний провод уже не нужен. Этот задний. Почему? Он шел сюда, к баку. Вот не, почему? Туда-то ведь дальше нужно к этим-то идти. Он нужен? А, типа ко второму двигателю? Конечно, и к третьему, и к четвертому. У тебя дальше-то никак не подводится к ним. 4 двигателя, я забыла. Ну вот он делает, типа оттуда исчезает сырье, а тут не появляется. Значит, оно сюда должно вот уходить. Вот здесь, смотри, больше стало. Почти на нуле было, а вот в этом, в первом. Не, они все такие были. Они сейчас все стоят там же, где были. Я специально бегаю, проверяю их постоянно. А мне кажется, что у меня сдвинулось. Ну вот первый точно нет. Второй, вот этот второй меня напрягает. Вот нет, по-моему, тоже нет. Тут тоже нет. Тут тоже нет. Пока ничего не сдвинулось. Давай я сейчас специально скриншот сделаю. Так, появилось и должно исчезнуть. Или что? Да, о, ушло. У меня двинулась стрелка. Вот, сейчас вижу, да, сейчас сдвинулось. А ну-ка, везде сдвинулось? Значит, оно автоматически дальше поступает. Да, везде сдвинулось. Ну все, заебись. Ну это, блядь, это охуенно. Место освободилось, считай. Это приятно. Заебись.
И надо много картошки растить. То есть не нужно теперь эти баночки собирать? Нет, не нужно. А подожди, у нас они остались? Да, у нас осталось еще 150. Так, может, заебашить их в бак получится вот в этот, нет? Попробуй. Мне кажется, что нет, их надо сразу в двигатель грузить. Ну и нахуй тогда, хуяк. Пусть наполняется, та хули, они все равно не больше не нужны, надо их потратить, да и все. Угу. И на будущее, как запасной вариант, если вдруг картохи не будет, она будет срочно плыть, просто закидываемся нахуй, летим. Все щели нахуй. Пускай там стак останется. Ну? На запас лежит. Все, что должна заполняться, значит. Не, ну огонь, огонь. Деду нравится. Так, ну чё, все тогда на сегодня? Квестик-то да. Выполнили? Да. Сейчас выловлю, подожди, не слетай пока. Все, я готов. Так, сохранить. Ой. Ну пиздец, конечно, впереди полный пиздец.